Что, так, ну тогда я стартую в девятером. Таня это сейчас как? На следующую зайдет. Сейчас будет трейдером проще. Когда убил Бестау, он жив. Ты меня убивал? А, ты у меня залагал? Да. У меня тоже залагал, но я просто не понял, я подумал, что я ошибся. Выживший! Опа, а с кем я? О, с Терентием. Так. Ну что, поехали. Я хочу дерзкие мувы. Так, я раньше, вроде нормально. Блин, мне так страшно. Тут труп. А ну-ка, Авдеич, расскажи ко мне, пожалуйста. Где? Опять Кейт. Как ты так им оказалась? Не надо мне рассказывать ничего. Ты прибежала, я стою... Нет, так, слушай, я зарепортил, дай скажу, подожди. Дай скажу, а потом ты уже... Я зарепортил, дай мне надо сказать. Смотрите, я с самого начала пошел загружать данные. Загружаю данные, и ко мне подбегает Авдеич, когда я уже закончил. Она прибегает снизу. Как раз таки со стороны, где я нашел труп. Потом она куда-то пропала и прибегает уже, что? Блядь, снизу откуда-то. Нет, это сейчас было лютое вранье. А где это было-то? Труп был на навигации, а я ее видел, она прибегала снизу наверх, когда я, где метеориты вот находятся. Я там загружал данные. И вместе с Бестом забежала туда. У меня загорелась кнопка репорт. Блядь, это Авдеич, типа. Я ее захотела нажать, но... Нет, это вранье, Откуда она? Подожди, с кем она прибежала? Подожди, можно еще раз, Димка, еще раз? Кто пришел вместе с Авдеич ко мне? У вас было двое. Смотрите, ребята. Мага, откуда... Как ты ее увидел? Мага, как ты ее увидел? Ну, я ее вообще не видел. Я вообще не видел ее. Ну, она вообще через вентиляцию вылезла. Секунду, смотрите, это не Дина. Лик сначала был со мной про аудиокарточкой, и потом Лик куда-то убежал. Можешь мне кикнуть? Я могу видела в админке. Да, да. Нет, я согласна кикать только Беста, потому что он сейчас... А, я готов, я готов выйти. А себя она не готова. Себя я не готова, потому что я мирно... Она показалась снизу. Смотри, смотри. Она сама говорит, была сверху. Подожди, так ты видел, как она убивает? Нет, конечно, ничего он не видел. Она прибежала с места, где был труп, а потом оказалась еще... Она побежала наверх, а потом оказалась... Тихо, ребят, вы тратите время. Кто-то может объяснить, кто направо изначально? Чат, пожалуйста, не спамьте. Ты вниз. Нет, она оказалась... Мне Слава не писал. Нет, либо мага, второй трейдер ее покрывает. Так мой хоть я кого покрываю, я вообще насчет ее ничего не говорю, блядь. Без... Нет, мы с магой задание делали. Мы с магой задание вроде делали. Ну хорошо, она... Смотри, она была сверху, по ее словам. А, Слав, вижу. Блин, Слав, у нас сейчас 9 из 10, но сейчас Таня должна на это слово зайти. Вот там Терентий уходит буквально через пару партий. Давай тогда он доиграет, и я тебе напишу, хорошо? Это бист и тайр. Он еще пару партий будет. Договорились. Так, что, мы никого не выкинули в итоге? Так. Соединяю провода. Вот, блин, мне бы с Терентием, наверное, бегать. Чтобы можно было двоих убрать. Давай. Это Дина, она только что убила. Каштал. Ну, получается, это Асмодей. Где? Как вчера, да? С улыбкой на лице ты говоришь? Нет, сейчас с грустью. Я тоже Дину видел. Зашел файвскилла. Да, жаль. А кто пришел? Решила по-дерзкому играть, да? Эх, жаль. Нет, по-дерзкому я играла вчера. А сейчас Асмодей. Асмодей его два. Нет, не Авдеич. Если что, это Дина, я готов уходить за ней следом, серьезно. Если давай, вы не верите мне, можете меня убрать. Не, тут 100% Дина, потому что Асмодей задание делал. Ребята, получается, это Асмодей с Ликсом получается. Потому что Ликс его крышует сейчас. На моих глазах вот два происходит убийство. Рассказываю, я бежал вниз. Стояла Асмодей, мы потом, ну, вниз и правее, там стояла Асмодей, уже выполнял задание, мы вчетвером бегали, еще Авдеич с нами была. Потом я ушел ниже делать задание, Авдеич, я не знаю куда, но там и Дина еще была. Ну, получается, что это либо Авдеич, либо Дина, но очевидно, что... Мы побежали, Авдеич... смотрите, произошел саботаж кислорода. В админке уже кто-то вводил код, поэтому побежали на второй. Кто со мной бежал? По-моему, как раз Асмодей и Ликс и бежали. И вот мы забегаем, и Асмодей берет, режет. Авдеич была, еще нет, Дина, это скорее. Ага. Так, что? Да что, Тереха, кикай Дину, что поехали дальше. Это Асмодей, ребята! Я с Асмодеем буду бегать. Я тоже.
надо. Нужно, чтобы один человек бегал. Зачем? Чтобы второй не зарепортил? Как насчет даблкила? Нет, чтобы было понятно, что кто кому убил. Фак. Тайр еще. А, все. А знаете что? А вот получите двери. Ой. Сидите тут. Понятно? Пускай думают на Димку. Так, будем смотреть, что-то происходит на свету. Так, давай, давай. Он уже починил, да? Да, он починил. Так, Терентий. Ладно, я сразу проясню, чтобы потом, когда меня завалят, не было вопроса... Ага. Подождите, а ни одного человека меньше стало, мне кажется? Чат. Да, получается. Ну, давайте я вам объясню по поводу саботажа. Смотрите. Возле меня ходила овца. Мертвому предателю очень нежелательно выполнять какие-то саботажи, потому что он тем самым может помешать живому предателю. Живой предатель сам делает саботажи, чтобы мертвый... Мы сначала дверь стояли, она закрытая, и я уже в другую сторону. Я там тоже с вами. Нет, ты с нами не был, Терентий. Понятно? Я с вами стоял на двери в медотека, смотри, ты серьезно сейчас? Мы потом убежали в медотеку. Нет, другой, там сейчас Таня Вуд зайдет, а потом Слава. Таня Вуд сейчас заходит в спрот, потом Терентий скоро уходит, и вместо него Слава. Это Тайр, может быть. Смотри, осмотри, ты бежал вниз, и свет починили. И угадай, кто это сделал? А, интересно просто, где труп, в чем проблема? Да ты чинишь свет даже за трейдера, когда надо не чинить. У тебя next level play, типа, я тебе не верю. В Москву нет, я просто свет тебе починил. Нет, подожди, я пока никуда не еду, сейчас. И я с вами был рядом. Но, мне кажется, это бист все-таки. Я тоже думаю, что это бист, но я не трейдер, блядь, доверься мне, блядь. Это я тебе не доверюсь, нет. Я не надеюсь, что доверься мне. А за что в Теренте? А за что в Теренте вообще пошли? За что в Тереху? Розовые и белые трейдеры. Розовые и белые трейдеры, они вдвоем проголосовали. Меня. Почему? Почему вы проголосовали меня, а? Чё, Авдеевич? За что в Терёху вообще пошли, не поняла? Блин, Терёха, я хотела даму убил. Авдеевич, сука, трейтером голосует в меня, Авдеевич, блядь. Потому что ты на меня всю игру гонишь, ничего. Потому что ты, блядь, пришёл. Смотри, я объясняю. Смотри, я вижу, как ты идёшь сверху вниз. Смотри. Я иду направо. И вижу, как ты уже выбегаешь наверх. Я вижу... Нет, было. Но да, я тоже так смотрю аниме, так, и что? Чат, ну что, Инстаграм Дина, блин? Потом я выхожу, вижу труп. Подписываемся пока что. Я труп сразу не репорчу. Я иду наверх, и тебя там уже нету. Я сразу понимаю, что это... Так, Тань, ты залезаешь? Самый большой прикол... Наргот, спасибо большое за рейд. Спасибо, ребят, всем привет, а всем Наргота. Да, Тайр крайний вообще. Я просто хожу, я даже стоял с вами на этой двери втроем, мы вчетвером. Я починил свет, даже говорит. Просто говорите, что не втроем в меня голосуете, это просто фантастика. За что вообще? Мне нравится его довод, что он свет починил. Чат, какой счет? Может, сразу кнопку нажмем кик к нему в следующей игре? Да, давай. 6-0-0-1? Я думаю, что он будет трейтер выше. Это Тайр. Я уже задолбался, я не знаю, как выигрывать. Просто бить всю игру, это Авдеевич! Они в меня голосуют. Короче, да, пока Таня не идет, давайте еще одну сбегаем, а то это быстрое получилось. Да. Слушай, а можно вопрос не по теме? Трейтером а вот... меня вкинула голос. Да. Так, не по теме? Дина, потому что ты в меня топишь! Я ничего не слышу, если что. Жив, да? Бис был жив в прошлой игре. Да. Кейк, вообще пиздец, я посмотрел клип. Жив это был, просто да. Next level play. У меня Егис был просто, сори. А я вызываю, короче, кнопку, говорю, ну бист, вот, Асмодей пробежал, типа. Я даже не понимаю, что, ну, типа, лол, просто голова сломаться может. А, так это ты, типа, убил биста? Да, и смотри, чё, просто посмотри, как а, мы играли. А, подожди, серьезно? Сейчас я посмотрю. Короче, Таня через 2 минуты зайдет, я пока в туалет сбегу. Сбегайте тоже, кому надо, сейчас приду. Так там занято будет, как мы побежим-то. Мне это... Неплохо. На стиле было, конечно. Так, я же сказал, что я видел, как будто убили розового, но смотри, он живой. И я такой, типа... Ну, чат, давайте я еще раз повторю, просто чтобы вы перестали прикол спамить. Сейчас на очереди я, Таня Вуд, потом через пару игр Терентий заканчивает, и вместо него Слава. Получается. Окей, спасибо. Я, нет, я... Вы в красном.
Это, вот это... красным, я пошел направо, это потому что я проверить хотел, кто нажал тут соло, чтобы точно быть уверен, кто, ну, мирный. Это была Дина. Я в ней не сомневался, а вот красный и ты оставались вдвоем. Блин, подожди, а там реактор надо одному человеку нажимать или двум? Я два человека нажимаю. Двум справа. Слева никто не нажимал, если что, не да, я, никого не было. Никого у тебя не было? У тебя был красный прямо на тебя. Ах, всех из-за... Ну это рассинхрон, короче, ты его убил, но не засчитала. И в конце они остаются, получается, вчетвером, а по факту втроем. Ну да, да, да. Причем, да, чел, я не вижу всю игру, я думаю, где он бегает? Там... Почему он светится у меня с этими... Что, мы в девятером или мы ждем? Так, сейчас придет. Девятером давайте, или что-то? Бист хуй попадешь. Оторвали голову, все равно живой. Не, ну подебала Кейка, игра знатно. Привет. Здорово. Сейчас заходим. Привет. Здорово. Интересно, я бы мог зарепортить свой же труп, если бы пошел на него? Интересно. Да. Так ему не было, походу, потому что Смодей его не видел. Он говорит, я не видел. Я пробежал прямо по нему, и репорта не было. И он у меня был живой, он мимо на мне навстречу пробежал, я что сказал. Не знаю, меня очень сильно калит, когда ты делаешь килл за предателя, и там репорт высвечивается, можно мискликнуть. Капец вы душные, смотрела за стримом Дины, вы просто сразу бедных трейдеров уничтожаете. Давайте будут выкидывать в первом раунде, она такая, на подлизы. Она типа в доверие втирается, а потом выбивает. Да нифига подобного. Ну было, нифига по факту подтвер... было. Ну это давно было. Вчера. Я пересмотрела а тактику потом как игры, началось? Я пересмотрела тактику игры, все. Теперь я сливаю за трейдера, чтобы вы подумали, что я не виновата. Так. Ничего не изменилось в игре, когда стартуем? Все тут? Да, Дина подойдет. Я тут. Все тут? Дина тут, все. Да, очередь в туалет. Блин, Теренти, а что ты даблкил не сделал на О2? Нельзя верить. А толку? Там еще были люди. Ну, когда я забегала, не было особо. Ну мы бы затопили вдвоем, нормально. Я не понял, почему ты не убила, когда мы пошли... Там пошло два человека вправо, и мы с тобой вдвоем пошли вправо. Я убиваю, возвращаюсь, а ты не убила. Я что-то упустил этот момент. Блин, не синхронизировались. Я возвращаюсь в вентиляцию, и просто сижу в вентиляции, не могу ни там вылезти. Короче, если кто-то предатель со мной, уходим просто по два и убиваем всех по два. Понял, кикаем Теренти, а потом Дину. Согласен. Так. Вечно молодой... Вечно мирный. Учи астероид сюда. Блин, сейчас меня убьют на этих астероидах. Пожалуйста, не убивайте. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я защищаю наш корабль от астероидов. Пожалуйста, не надо меня убивать. Так. Да. Бля, общем, мне так страшно стало. Мне показалось, что буду очень страшно. Убить. Да, типа очень сейчас вот как раз у трейдеров как бы киллы откатились. Я думал, может, кому ёбнули. Но вот мне кажется, Теренти трейдер. Просто кажется. Погоди, кого я пытался убить? Я вообще не с тобой был. С кем мы вдвоем бежали на квест? Меня Саня тоже пытался убить. Так, это Авдеич? Так, это подожди, Авдеич. Кто кого пытался убить? Бля, ну это, ребят, давайте скип. Ну что это? Что это такое? Типа, чувак говорит, что это откат КД, убить? Да? Это откат КД для убийства. Подожди, кто... Ну вообще как раз вот у трейдера сейчас был килл, и они сейчас, сейчас килл... Вот как раз трейдеры собираются делать киллы. Ты им сорвал киллы. Я квесты делал еще вместе. Это данные скачивал сначала в комнате, потом карточку считал. Бля, Теренти, тебя не слышно. Пиздец. Короче, вы обломали, Саня. Килл, давайте стартуйте. Подождите. Как ты мог успеть выполнить карточку, еще одно задание, подняться наверх лево, когда не было света? Сразу вниз побежал, сразу вниз бегу, скачиваю данные, чекаю карточку, поднимаюсь в основную комнату и бегу налево. А почему ты свет не пошел чинить? Да я его починил. Я начинился свет, блядь, уже в самом начале стою. Раунда, спасибо. Надо отдыхать каждый раз, спасибо. Я свет починил больше. Простите, а почему два человека в Теренти пошли? Если меня кикнули, я не буду делать квесты за призрака. А, потому что у меня очень много тайков. Я уже вкидывал так. Спиной. Все, тише. Ой. Так, вот кейк Теренти. Ой. Ну что, кровавую баню устроите? Есть еще что-то? Так, ну что, давай. Кирилл.
Чат, пока скачиваю данные, когда я в день стала коричневой, напомню вам, кстати, о нашем новом партнере, компания Geekbrains. И, так, у VDH, наверное, настоящие щиты. А, нет. Ой, я фейканула щиты, кстати, только что. И о том, что у них будет классное мероприятие 22-23 проходить, на котором вы сможете... Ой... Который сможет вам помочь сориентироваться, какая из областей вам больше интересна в Digital IT. Это... Зарегистрируйте мероприятие бесплатно онлайн. Вначале. Окей, вопрос. Бегу на О2, там труп Асмодея, и мне навстречу бежит FiveSkill, который сейчас зачем-то орёт. Не-не, вот, почему ты не репортил? Я вначале бегал. Почему ты не репортил? Я могу сразу сказать, я нарочно... Откуда кто пошел? Можете объяснить, сказать, как вы шли? Можете сказать, как вы шли? Я шел, я починил свет первый. Видео это вот... Спорю, Динка был на камерах. Мы вместе с тобой зашли на свет. Нас было трое в электричке, починили свет, пошли дальше по квестам, потом загорелось О2, по правой стороне побежали на О2. Смотрите, а где нашли? Где нашли, не знаю. Вуд, а как ты бежала? Смотри-ка, я выполняла, значит, квесты в администрации, данные перекачивала из столовки, которая в первом раунде качала, да? Ты без меня видел, я пошла наверх на первое О2, ребят, да? На верхнее О2. И я видел, как двигается вентиляция, секунду, блядь, смотрите, вот, ребят, на выходе вот из столовой, можно смотрите. Я договорю, пожалуйста, потому что мне человек не дает договорить, плюс еще он зачем-то орет и вкидывает. Так вот, я, меня бист видел, как я бежала на верхнее О2, потому что на нижнем О2 уже были люди, да? Бегу, и на выходе из столовки труп Асмодея на встрече. Я тебя не видел. Кто такой О2 это? В смысле, ты меня не видел? Комната? Это кислород, да, комната. Я в карточке был. Все, я видел Дину, Авдеич видел, Дина, все, ребята, видел. Смотрите, я стою вот на была трупе, в карточке. Я смотрю, стою на трупе Асмодея, я его не репорчу секунд 5, наверное. Ты не бежит, стоял на секунду, труп, ты это, бежал секунду, мне навстречу, я нажимаю на репорт, но ты меня опередил какого-то хрена, секунду, и теперь секунду. Орешь. А зачем? Все меня видели, меня оранжевый видел, мы с оранжевым очень долгое время бегали, я в той стороне вообще не была. Мы с ним сначала в навигации были, потом я через низ, через щиты прошла, и мы с ним опять пересеклись в центре, где коробки. Снизу я видел, как двигается вентиляция. Подожди. Ты должна была видеть то, что я стою на трупе, потому что тебе дистанция, скорее всего, должна была посмотреть. Ты не стоял на трупе. Ну что, FiveSkill или Вуд? Давайте скипнем и посмотрим за Вуд. Давайте скипнем, посмотрим за Вуд и все. Ну, FiveSkill и Вуд, оба под подозрением, оба. Я с Магой побегу. Они друг на друга гонят. Если я умру, кто с FiveSkill бежит? Зачем я побегу? 5 секунд за мирного. Потому что осталось два квеста. Чего? Как у Вудуша два квеста могло остаться? Что? Что? Окей, го умирать на свету. Ладно, го не умирать. Как это у Вудуша осталось... Так, я живы? Как это у Вудуша осталось два квеста? Теренти оттуда бежит. Как? Просто как? Так. Нужна новая песня. Кейку верю, он как-то так вызывает пока доверие. А прослежу-ка я за Вудушем. Проследила, проверяй. Так, ребят. А, стоп. Опа. Стоп. Только что Дина была в щитках, я правильно понимаю? Она да. Вышла и побежала, да, да. Смотрите, сейчас смотрите, только что Дина была в щитках, с нами, со мной была Авдей, а со мной была, короче, Авдей. Найс следопыт. Получается. Тайр, где Вуд нашли... тоже, мы все вместе, по-моему, бегали. Я пошел, нажал на кнопку, потому что... И откуда ты выскочила, Вуд, не с камеры, или она вышла к нам? Смотрите, Дина побежала направо, насколько я знаю, нет, да? Я была на верхнем реакторе. Дина в щитках была. Вуд была, смотрите, Вуд была на верхнем реакторе. Короче, это остается либо Кейк, это либо Вуду, все. Либо Кейк, либо Вуду. Я объясняю, смотрите. Мы были с Авдеич, мы были с Ликсом. А Тайр с нами был? Либо Тайр с Эмори. Да нет, подождите. Со мной был Авдеич, со мной был Ликс, Тайр был сверху слева на реакторе. Чат, если что, провожу курсы следопытов.
И еще Вуд еще была сверху. Так а труп-то где? Как вы можете сделать, кто это был? А Вуд могла через люк уйти. Подожди, Вуд была вообще в медпункте потом, когда мы прибежали. Она вообще, когда она к нам... Ну, походу, это Вуд и Вудуш. Ребят, Вуд-Вудуш. Смотрите, я зашел на камеры, посмотрел, никого нету. Я решил побежать наверх. Вы меня догнали толпой, и я типа нажал уже на кнопку, чтобы типа посмотреть. Да, чуваки, а ну это либо Лива, либо... внизу в центре, она ушла. Ребят, у меня еще проблемка, дайте... Ребят, 30 секунд, меня... дадите сказать-то меня. Меня. Если на GeekBrains курсы следопытов... Смотрите, объясняю, короче, я с Диной весь первый раунд бегал, весь второй. За ней столкал немного Ликс, не знаю, что он там подглядывал. Но последние моменты жизни Дины были такими. Я забегаю, мы бежали с ней, я убежал в электрощитовую, оттуда выбежал в Вуду и побежал вниз. Я в электрощитовой сделал квест, и все, и вы нажали кнопку, я там вообще один был. Дина где-то слева умерла у реактора, по идее, выбегал в Вуду. Я был справа, справа это последний скип, квест. Это скип, потому что сейчас нельзя никого кикать, иначе... А еще у меня баг, я не могу сканировать за человека. Авдеевич молодец, понял. Ласт квест остался, и идем на камеру. Это либо кейк, либо Вуду, все. Да, да, Вуду, что последний квест, да, да, да. Как скажешь. Проследите за ним, ребят. Угу. Я уже проследила. Найс, последний квест. Кстати, сегодня ни разу еще предатели не побеждали. Так, короче, окей, можете кикать Вуду, потому что только что офнули свет, мы бежали с каким-то чуваком его чинить, я нарочно не пошел чинить, потому что я увидел, что Вуду вместо того, что он находится рядом с щитком, снизу, вместо того, чтобы идти чинить щиток, он бежит в правую сторону, как будто у него есть свет, и он видит всю инфу, он просто пробегал. Вуду, ты оправдываешь? Подожди, я вместе с вами стоял на щите, просто когда трое человек, я понял одну фишку, когда при починке щитка, так как главный электрик, что если все тыкают в эти рычажки, это бесполезно, поэтому у нас было там три человека, мы подошли, посмотрели, починили. Чинили свет, вышли, пошли доделывать. Я говорю, у меня остался один квест. Я побежал на мониторы направо. Ну, сори, я тогда... Сейчас, пожалуйста, я побежал на мониторы направо, вижу, выключился свет. Захожу в электричку, починить. Я же вам объяснила, я уже написала Славе. Все, мы чиним свет, я бегу на мониторы направо. Мне один остался квест, и все. Мне кажется, это не Вуду. Ой, ну хорошо, я просто, когда офлился, начал уменьшаться обзор, радиус, короче, обзора, я видел, что Вуду бежал в противоположную сторону, и вы говорите, что он сейчас на щитках. Ну, не знаю, на последнего я был на щитках. На последнего. Я был, я ровно увидел, что свет включили. Ну, что, это... Все, работают эти зеленые лампочки. Кто что вышел? Я пошел на квест с проводками, не знаю, вроде все нормально. Кстати, я видел кейка вообще сверху. То есть я сразу побежал за кнопкой, не чинить. А счет правильный? 6-0-0-1, да? Правильный счет? Сверху. Сегодня... А мы еще никого не выгоняли, да? Я делаю квесты. Мы никого не выгоняем. Да, кстати говоря, я пошла выполнять задание, получается, сразу же в столовую. Кто с кем ходит? Я выполнила, пошла налево. Но для меня это... Нам парами сейчас надо Вудер ходить в идеале же. Сейчас. Ну, нет. Ага, Алекс хочет найти себе пару, понятно. Я хотела, что я действительно видела кейка наверху. Я пошла чинить электричество, но электричество уже починили, поэтому я развернулась, пошла в медицинский центр, и меня напротив шел кейк. Все. Чат, подписывайтесь, богу, не подписывайтесь на рассылку о стримах. Плюс, плюс отправляйте в личные сообщения в паблику моему. Мне кажется, это что-то... И он будет вам писать. Стримлав, чат. Походи со мной, окей. В четверг, 24 сентября. В понедельник будет кастинг для стримлав. Восклицательный знак кастинг. Кастинг будет для девушек. Так, у меня последнее задание, да? Кастинг будет для девушек. Понедельник. 17. I saw you dancing. В смысле? Там плюс нужно написать, а не минус. Почему мне минус сейчас написали? Что за дела? Где Вудуш? Давай, Вуд заходит. Вуд хорошая. Это Вуду. Это Вуду и зеленый. Да, Вуду и Кейк. Я верю. Стоял, короче, Авдеевич, Вуду стояло Авдеевич. Где труп нашли-то хоть сначала? Я вышел потом, пошел за краской, следить за тайром, я не знаю. Я сделал нижнего два, починили, и я сделал нижнего два, побежал вверх, и там мимо меня. Почему не надо было убирать кого-то, когда Авдеевич сказала? При семерых не голосуем, если нет 100% уверенности. Я объясняю, почему. Потому что если промахнулись, то шесть человек, они делают по килу, предатели делают по килу, и все, игра закончилась.
закончилось. Вниз. Я побежал вниз. Хорошо, объясните, пожалуйста. Вуд, а Вуд зеленый, свою позицию можешь сказать? Погодите секунду, дайте Вуд сказать. Ты согласна, да, с ними или что? Я говорю, я бежала на верхнюю 2, потому что нижняя починили. Напротив меня бежал Вуду, зеленый, да? Нам сейчас по-любому кого зеленый и кекс бежал. Это я бежал, если что. Нет, да, это кек бежал там, зеленый, ты, наверное, путаешь. Темно-зеленый Вуду бежал мне навстречу с верхнего У2. С кейком мы разминулись, когда я выбегала из медицинки. Да, а, ну все правильно, да, да, в этом правильно, да, хорошо. В смысле? Подождите, так, хорошо, почему вы меня вините еще раз? Потому что ты пробежал мимо меня. Бежал на нижний А2, который починен, а верхний А2 в этом. Давайте сначала в Вуду, а потом посмотрим. Объясню, а, смотри, я объясню, я тебе обосную полностью. Давайте сначала Вуд, который мы подозреваем полуигрыска. Почему ты на меня отвечаешь? Знаешь, почему я бежал? Я тебе объясню, пока нет. Смотри, Вуд выбегал из медотсека во время кислорода. Я подумал, что она могла в теории убить там кого-то. Я побежал туда чекать, есть ли там труп. Потому что я видел, что один У2 уже починен. Вот я тебе объясняю, почему я вниз бежал. Иначе зачем мне еще вниз бежать? Да, и еще смотрите. Еще а, смотрите, стоп, подождите, подождите. Вуду сейчас пытался на меня стрелки метать. Окей, я никого не обвиняю. Тебя подозревает третий раунд, я никуда не пытался кидать. У меня важная инфа, у меня важная инфа. Это все очевидно, я просто перепутал. Вуду стоял в Авдеич комнате, они чинили реактор. Реактор не подчинился под самый только конец. И Вуду, походу, просто завалил Авдеич. Его не подчинили, я просто труп репортнула Авдеич. Вот, я и говорю, это просто Вуду завалил Авдеич скорее на реакторе. Вот и все. Я говорю, и второй, скорее всего, кейк, потому что он тоже бежал от реактора и не чинил его. Кислород, кислород был там. Ну, кислород, кислород. Да. Так, сейчас узнаем, кто второй. Прижмите только кнопку. Маф, убей меня и проиграй. Это был вброс или нет? Так, что по заданиям-то у остальных? Так, летим к свету, Терентий прибежает, чинит сразу же. Скачивает данные. Угу. Ой. Блин. Вуд уж вышел из игры, все увидели, что полоска не уменьшилась. Что значит? Это значит, что он был плохим. А почему он вышел, чат? Кто параллельно стрим Вуду что видит? Почему он вышел? Опа. Блин, я не видел, кто это был. Только что при мне убили. Нажал я первый, ребят, дайте выступлю, дайте выступлю. А, выкинул. А, Ликс, да, ты квест, правильно, чтобы вот восстановить всю картину? Я в навигацию шел, да. Все, то есть ты не видел ничего? Нет. Я тоже не видел, я видел только анимацию, но Five Skill либо Tire. Анимация... Ну, короче, единственное, что я могу сказать, что я специально, ну, держался вместе, я все квесты давно сделал. Five Skill стоял дальше, он стоял выше. Смотри, для мирного просто объясню, объясняю для мирного. Короче, почему я на все эти квесты не приходил и сейчас херней занимаюсь, потому что я все эти квесты сделал, я просто за вами наблюдал. Не голосуйся, подождите. Мне показалось, что ты сделал квест. Это точно не ты, ты стоял выше. Все, голосуй за кейка. При четверых не голосуют. Если нет уверенности, при четверых тоже не голосуют. Он с нами, Ликса с нами не было. При семерых не голосуют. Я выполнял задание. Они при четверых не голосуют. С нами не было, да? Я с вами был, вы прикалываетесь. Блин! Ты сказал, что ты был подальше, ты не видел. В смысле? Он прям квест делал. Он встал у таблички в проходе. Это я стоял у таблички, выполнял квест. Мага, я с вами стоял, ты прикалываешься, что ли, сейчас? Не, Ликс. Лучше бы сказал, что его не было. Ты квест еще выполнял. Я сейчас вообще квест не выполнял, я подошел и сразу... Так, подожди, ты Ликс мне сказал, что ты выполнял квест. Я подошел выполнять квест и спросил, да, и потом вы, это самое, да, меня да, выиграло. Подожди, если ты не выполнял квест, ты не мог увидеть убийство, по видишь, идее. Ты веришь? Я к вам подошел, куча, вы стояли. И сразу обсуждение вылезло у меня. Сейчас, Тайр, что ты говоришь? У Тайрса мне надо... Что ставить? У тебя еще есть кнопку нажать? Что есть? Говорит, вы стояли в куче, сразу обсуждение вылезло. То есть даже убийство не происходило, просто обсуждение. Чуваки, вы же должны были видеть, что я далеко стою. Кто мирный? Алло. Я стоял специально далеко. Я думаю, что это скорее Ликс. Короче... Ликс мне чуть-чуть правее побежал просто. Я, может быть, слепой? Голосуйте, алло. Я в 1-1 сделал, чтобы мы продолжили. Вы должны были видеть, что я далеко стою. Алло. Так, ну что? Летаю за Димочкой. Я буду тебя преследовать после своей смерти.
О, смотрите, он уже выучил, как долго на счетах. Почему ты так долго жмешь на кнопку? Так, чуваки, во-первых, дайте пиздюлей тому, кто до сих пор квесты все не сделал. Знакомыми стримерами играем. А, смотрите, чуваки, я сам уже запутался, я не знаю, кто из вас мирный, это но... Рикс. Мирный, вы же видели, Магат, что я стоял внизу. Мага тех это самое, обвиняет всю эту игру. Соло фрикует, это скилл. Кейка, потому что он говорит, что кто-то не сделал задание, значит, у него все задания выполнены. Я не знаю, почему ты окрасняешь Кейка, я не понимаю, почему ты очерняешь меня, Мага. Смотри, я объясню. Давай. Потому что Тайер, короче, когда я выполнял задание, он сказал, что я стоял выше, он меня окраснил. Был бы он трейтером, он бы мог просто загасить, задать фейковую инфу. Кейк только что говорит про задание, кто не выполнил, надо ему дать пиздуделей. А не выполнил задание я это говорю прямо, потому что у меня осталось пару заданий. Илик, остаешься? А я что, а я говорил, что я выполнил задание, или я не понимаю? Каждый раз у Маги куча заданий. Не, просто у Кейка, значит, все задания выполнены, а Тайер окраснил меня. Самое интересное, что Мага, ну ты просто... делают задания, да, в обязательном порядке. Каждый ход у тебя новый человек, понимаешь, виновный. Потому что новая инфа появляется, потому что Кейка... Осталась еще кнопка, если это не Кейка, он нажимает, и мы выкидываем Кейка. Я буду говорить Маги, потому что он на меня пушит, и хотя я белый игрок, я не знаю, что это Ликс, это Ликс. Мага, то есть ты квест сделал, правильно, в около прохода? Я тогда сделал квест. Хорошо, потому что я спросил Ликса, и он мне сказал, что он, потому что кто-то один из вас... Нет, смотри, Ликс, ну, возможно, это... я тогда тоже Ликс, смотри, делал, я подозревал Кейка. У нас есть еще шанс, сколько у нас один этот, как его, предатель? Да, у нас есть еще шанс? Не голосуйте в любом случае, не спешите. Нет, это Ликс, скорее всего. У меня еще есть кнопка, я ее нажму. Смотри, Кейк, ты только что сказал, уравняйте, что я в магу проголосовал. Буду, что два задания осталось. Да. Я за тебя, Ликс, потому что это ты. Уравняйте. Я просто потому что по квесту там, Ликс. Да, да. Я был Ликс, ты только что игру спас. А сейчас правильный, да? Я думаю. Теперь 7-1. Одни победы... Да, ты спас игру, Кейк, хорош. Ребят, вас не увидишь, что меня Ликс прям при вас зарезал. Кей, красава, ты просто спас игру. Я моя работа. Дима, ты зачем сам себе игру заруинил? Они такие, ты говоришь, что тебя там не было. Да, 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 ты такой, нет, я был там, нет, я был. А я не понял, Тони, да я же еще не шарю, я же не понимаю еще что. Мне показалось, я... Вообще так обидно. Мне показалось, что Ликс стоял выше, далеко от трупа, и что он типа квест сделал, мне показалось. Я почему-то не могу. Я потом понял, что ты имеешь в виду, видишь, я просто по квестам, я не шарю, что за квест, как бы какой квест, поэтому я не вытяну все равно эту программу. Да, тяжеловато, когда первого опыта нету, тяжело. Я пятерых зарезал за мафа, пятерых. Ого! Вот у меня сейчас было 5 человек. Блин, а главное, знаешь, я такая... Конечно, после этого, извини, да, что дефать уже тяжело уже находить оправдание, когда, ну, ты пятерых... Как да нет, нормально, Вуду. Когда ты сказал, Вуду, что у тебя два задания, я смотрю, я открываю свою карту, у меня полная карта заданий, я такая, говорю вслух, Вуду ж подозрительный, пожалуй, да, прослежу за ним, выбегаю за тобой, и ты меня убиваешь. Надо я тоже... В совокупности поэтому за Саню проголосовал, потому что да, когда но, у меня два задания осталось. Но, чувак, я задания делаю всегда. Меня вообще, я типа негодую на челов, которые не делают задания, особенно. Чел, задания я сейчас тоже, я даже на кислород не бежал. А, почему смотрите, вы не делаете задания за мирных? Почему? Вы видите, когда я не делаю задания? Меня терзает смутное сомнение, что в прошлой катке был третий трейтер, и это был 5 скилл, потому что, ну, он всех просто обвинял. Так вот об этом и речь, об этом и речь. Я не понимал, Дима Ликс, спасибо вам за игру, я пойду. Ага, давай. Кто ушел? Спасибо, Терентий. Терентий уходит. Терентий, пока. Вам хорошего вечера. Спасибо, тебе тоже. Так, у нас кого-то не хватает все равно в лобби. Да, кого-то нет. Так, у нас 10-м... Должен Слава зайти, я ему написала, Слабустер. А кого не хватает? У нас сейчас 7 человек в лобби, двое не зашли. Ликс, ты зашел? Мага, чего ты все время задание плохо делаешь? Че? Ты задание плохо делаешь. Да я, не, я просто слежу за людьми. Чел, а ты единственное задание? Тайер сделал, как вы? Да, он так давно бы игра была бы закончена. Да, да, я же говорю, окей, почему я проголосовал. Что еще раз? Ты часто не делаешь квесты, и в итоге у нас остается там все время, мы никогда не выигрываем из-за квестов. Да, из-за это нормальный квестлайн. Получается, даже да, ну, нет опции победить за мирного, потому что кто-то вообще не делает. То есть, да я делаю, но... Надо... А, он уже другими пошел? Я буду нормально. Стартую. Поняла, мне тогда финаработа сейчас ни разу еще полоску не заполнила, сколько мы играем. Да, это бред. И, да, потому что да, еще, а в тот раз духами кто-то не сделал, но тоже не бред. Тоже я. Так, пока... Пока в девятером. Окей. Okay. Кстати, Дина, я все-таки нарисовала себе этот логотипчик персонажа. Я гляну потом.
Так, сейчас, секунду. Да, уже началось. Так, ай, блин, я не могу у вас даже ничего сейчас спросить, чат. Что за мирного я вас не читаю. Ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ту-тум. Пекарь-кейк. Печет, пирожок. Так. Да ёкарный свист! Это самые длинные листья. Если бы за мной кто-то смотрел... Кто вырубил коммуникации? Если бы за мной кто-то смотрел, то меня давно уже бы спалили. Хотел спросить, а с кем... С кем Слава играет сейчас? Ребята, дайте, пожалуйста, сначала я скажу. Я не видела труп, но я... Нет, дайте, пожалуйста, я скажу. Это был бис, это саморепорт. Я видела на камерах, что он выпрыгнул из люка, где О2. Он выпрыгнул ты только люка, что мимо Вуду же пробежал. Я согласен. Только Вуд, что видел, что Вуд только рядом видел со мной. Вуд пробежала через центр, и там как раз лежал труп. Я побежал, вот, куда она выбежала. Я пошла. Можете меня пошла чинить связь, чтобы нажать на кнопку. Можете меня посмотреть. Смотрите, а можно вопрос? Я ребят, рассказываю. Здорово! О боже, Слава, привет. Блин, давай паспорт. Я очень спокойно. У нас сейчас партия. Рассказываю. Сейчас партия, после нее тогда сверху пароль, Слав. Да, труп я не видел. Ребят, рассказываю. Я загрузил кнопку. Я загрузил дискеточку, данные, и рядом со мной Вуд пробегает. И я там стою. И потом, да, вылил. Был труп, и Бис сейчас обвиняет Вуд, хотя Вуд была по факту со мной. Она оттуда пробежала. Смотри. Я верю Гузлику, не пиздит. Я считаю, что Бис. Смотри. А зачем Бису просто обвинять кого-то, не промолчать тоже? Ребят, смотрите, давайте расскажу свой путь. Я пошла из столовки сразу на реактор, починила, значит, там, где цифры от 1 до 10 нужно расположить, да? Потом решила заглянуть на камеры. И в этот момент, где О2 выпрыгивает Бист из люка. Прямо мне в лицо. Как ты, смотри, ты пробежала сверху из столовой. Там я нашел труп Вудуша. Да, я пошла, значит, в столовую, чтобы нажать на кнопку. В это время сработала связь. Выключили связь, я пошла вниз, там встретила... Кого я встретила? Короче, я там кого-то встретила, человек сказал, человек. Ты же путаешь, я говорю, это Вуд. Я могу вместе с ней увидеть. Да, но история Вуд звучит очень логично. Почему тогда труп? Почему труп был? Это Бист, ребята, я считаю. Тоже. Нет, но смотрите, еще я пошла от связи, связь уже починили, пошла наверх. Блин, мы не Вузу приземлили, факт! Нас же семеро, блин. Там столовая, я еще раз говорю, слушайте меня, там была Вуд. Она вышла, где был труп. Ну, короче, если это был не Бист, то мы сейчас умираем. Если мы сейчас не умираем, то это был Бист. Нам надо Вуд просто тогда в ответ убирать и все. Не, я думаю, без это проблем. Был Бист. Я не думаю, что Вуд наврала сейчас. Ну просто... А нам не важно, это просто логично. Я буду с Вуд бегать. Это кто сказал? Вуд, плиз. А если... Ну, если сейчас не делаю даблкил... А, это Дим, это Дим к двери свою заедает, да. А, то, соответственно, выбор был верный. Ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ту-тум. Кейковдейч смодей. Кейковдейч осмодей. Кейковдейч осмодей. Дим, как ты меня пугаешь? Тер-тем. Акуленок-ту. А это вот не моя сейчас полоска двигается, не за то, что я данные себе на планшетик скидываю. Бэби Шарк. Ту-ру-ру. Ру-ру-ру-ру-ру-ру. Ребята, вы на Америке или на Европе? Европа. Чё-то не заходит. Они играют. Сейчас партия идет. Сейчас она закончится. А, во времени нельзя зайти, да? Пизда, Дин. Ёбнешься, я не знал даже. Все, извини так. Так. Блин, нет, Саймона я напоследок себе оставлю. Блин, по-моему, я сейчас умру. По-моему, сейчас откинусь в электричестве. Так. Смотрите, жива, со мной с модей, да? Все еще ушел. Так, кто еще? Боже, как я эффективно и круто выполняю задание. Вы посмотрите на меня. Лучшая выполняльщица. В общем, Саймона я сделаю, когда деактивируют реактор. Хотя вряд ли, на самом деле, реактор. Я думаю, светом будут спамить просто. А я через верх. Я через верх тогда пойду. Щиты. Нет, я лучше сделаю в кафе сначала провода.
Ну смотрите, бист был точно. Надо вспомнить, кто его пытался дефать. Если бы это был не бист, мы бы уже были мертвы. А сейчас я пойду сделаю свои щиты. Что, кстати, часто путаница возникает из-за того, что щитками называют... Ну, то есть есть электрощитовая. Засчитали, да? Так. Я бежал с кейком с левой стороны. Это Дина. Не, подожди. У меня вопрос к Алексу. Я бегу с кейком с левой стороны. Нету света. Я забегаю. Включается свет. Там стоит Алекс, и он стоит на трупе. А, подожди. Труп был около меня? Если около меня, значит, это Смодей или кейк, потому что Смодей и кейк со мной были. Я тоже не видел труп, если честно. Я забежал, видел, что Ликс починил. Смотрите, я починил свет, зашел Асмодей, и он обвиняет сейчас меня, получается, да? Я бегу с кейком с левой стороны, еще раз. Да. И свет чинится, когда вы убегаете. Да. Чинится свет. Включается свет, я нахожу кнопку репорт, и там стоишь ты и кейк. Дины там нету, по-моему. Я вообще была в правой части корабля. Я отдельно была. Ну и Вуд с нами не было, Асмодей, понимаешь? Как интересно, почему? А где она? Что вот там, было, так я почему и говорю, что я считаю, что она с Диной где-то, значит, вставала. Скорее всего, Дина мафия, потому что Вуд была... Ну, Вуд с нами не было. Подожди еще раз, смотри, ты нашел так труп, я правильно? Труп, и он был под Ликсом, и типа... Да. Дина, ты где была? Пусть Дина просто расскажет, где она так, была весь раз. Так, я выполняла задание, я побежала в кафетерий. По-моему, мы с тобой были закрыты в коридорчике. Потом я побежала наверх, я сделала в кафетерии провода слева. Дальше я побежала в комнату, где щиты, сделать эту поворотку. И когда я доделала поворотку, вы как раз нашли труп. Подожди, а Вуд-то когда убила? Вуд со мной делала свет, потом свет потух. А я где труп-то? Я стал его чинить. Труп в электрике. А, тогда это Асмодей. Не, короче, смотри, я не знаю, Асмодей, у меня... Ну, типа, это он же... Тогда. Ну, блин, Ликс, ты что думаешь? Он типа такой... Дорезает Вуд, вырубает свет в этот момент и идет чинить его, но тоже странно. Ну, так это вообще логично. Ребят, при четверых мы не голосуем. Скипайте при четверых, потому что если мы голосуем не туда, то мы умираем. Я наоборот Ликса думаю, что это не он, но не мог, но это слишком. Next level. Давайте доделывать. У меня остался только Саймон в ядерке, у меня в реакторе остался только Саймон СС. У кого что осталось-то? У меня много чего осталось, потому что я мало чего делал. Ну, хреново, Дим, тогда. Наборная панель слева, это говно. Не, ну я делаю сейчас, я думаю, что получится. Пипец, у нас два отверстия. Что за ад? Призраки, пожалуйста, делайте задание. Так, мы не обсудили, кто голосовал, кто защищал Димку. Кто из оставшихся защищал Димку, мы не обсудили. Ребята, так, играли? Нет, еще. Скоро. Да как же вы заебали? Так. Че, скоро, да, всех убьешь, Дин, да? Ах ты, крыса, блядь. Есть что, не знаю, монстр она или нет. Так. Я просто так сказал. Блин. А она монстр? Хотя кто его знает, бля? Дин! У меня еще этот Саймон так. Твою мать! Ласаем в бустер. Ой, блядь. Заново! Конечно, я не помню! Заново. Почему я каждый раз напоследок оставляю вот это? О, боже мой, ну, Дима, Ликс стоял на трупе, если что, все. Дима, время. Ты стоял на трупе! Почему репорт должен Асма. Был гореть? Я такая думаю, чё? Асма, боже мой. А чё ты не убил Вуд, когда ты мог её? Я думал, ты меня убьёшь. Погнали! Я не догонял её. Блять, ты Для меня не мог догнать, правильно? Я тоже убегал. Ребят, Дин, пароль тоже Дин. Да, залезай. Это первая победа предателей, кстати, за сегодня. Ну слушай, если мне Дима разрешит, я залезу в Дину. Ты как-то не замутался. Чтобы вы понимали, мы стоим с Ликсом, я выполняю задание в электрощитке, да? Дин, не заходи. Выбегает Асмодей из люка, он меня видит, да, и понимает, что я сейчас могу его зарепорить. Он меня в этот момент убивает. Он меня видит, я не видел труп просто, но я говорю, я еще не знаю, как это выглядит. Я шлюха. Ликс, я выключил свет, ты по трупу бегал где-то секунд 30, если что. Ну, я пацаны, одна просьба, не убивайте бустера первым, пожалуйста.
Да, да, да. Я не знаю, как ты его не убил. Ну, потому что он будет больше инфы давать, чем живым. Новенький первым заходит, и его убивают. Не надо так. Слава, если у тебя не пускают, попробуй нажми на публичные комнаты, а потом снова по... Публичные — это локально, в смысле? Нет, ты всегда выбираешь онлайн, и там дальше публичные комнаты выбери. Сейчас вот еще разочек попробую, если сейчас вообще не зайдет, то это пиздец, то есть у меня кризис начнется. Это у всех так, не переживай. Сервер туда-сюда сменить, сервер помогает. И несколько раз пробую входить, прям у меня так зашло. О, что-то слышишь долго? А, и хуй мне в ногу. Что это? Публичные комнаты, найти игру нажать, да? Меня сейчас кто-то закинет в плохую игру, да? Не-не-не, там покажет просто комнаты, или не покажет, скорее всего ошибку выдаст. И не после показал, этого снова, да. Снова попробую теперь... по коду зайти в нашу комнату. Блин, Дима Ликс, да? Ты стоял... Да, Европа. Ты стоял на моем трупе и не репортил? Да прямо пока не знаю. Я не знал, как репортить. Он на моем трупе тоже стоял. А, он новичок, ёпта. В смысле? Ты уже сколько партий наиграл? То есть вы были втроем и Не, Дим, ты реально, ты что-то на трупе очень долго стоял. Я сразу сказал, что с Мадей. И все, я сразу сказал, что с Мадей. Да, самое забавное, что я реально забегаю, а там уже труп минуту лежит, наверное. А где Финаргот, блядь? Труп очень долго лежал, Дима. Он Ликс уже охладел. Уходил сегодня, потом он спрашивал, но уже не было слота. Бля, Финаргот — это самый имбовый чел, нахуй, в Among Us, блядь. Он так плачет, я ебал-то, блядь. Ему отдельный респект за это. Вот так ныть, это просто, настолько надо игру любить. Да он каждый день, блин, по 20 часов играет. Это ж пиздец, мне так приятно с ним играть. Мне так горит его троллишь, бля, вообще кар. Пацаны, все. Так, ну что, заходит? Нет? О, залез, отлично. Здорово. Ликс, ты прям что не звонил, порать будет во время голосования. Что? Ты нихуя не... Я выключил свет, и ты прям в руку бегал. Я это сначала квест сделал. Я думаю, блядь, ну выключу свет, ты, наверное, не увидишь. Сейчас я переоденусь нормально. Я выключаю, и ты не видишь. Так я даже не знаю, где я вообще говорю. Я пока не понимаю, что происходит. Для меня все пока нужно на автомате. Кнопка репорта красная такая светится справа. Все, я стартую. Когда ты не видишь труп, ты можешь нажать ее. Да, справа репорт. И заметили, мы Димку убили, сразу двери начали закрываться. Ой. Ну что, добро пожаловать в мирное государство. Снова. Пойду-ка я с бестом постреляю по астероидам. Чат, а вы, напомню, нажимайте на follow и восклицательный знак «Кто» даст вам ссылочки на всех ребят, с кем мы играем. Модераторы наши, спасибо им за это большое, оперативно обновляют команду. Так, астероиды закрыла. Ну что, Слава, ты предатель, нет? Не, побегу чинить, мало ли там что. Нас тут трое. Еще кто-то по дороге. Зря бежала. Фух, у меня Саймона нет. Мое самое нелюбимое задание — это вот то с кнопками. Так, дверь закрыта. Первая победа предателей. Смодей и Бист затащили. Да. Ну чё, молодцы. Да, блин. Так, ребят, стояла на камерах, это сделал один. Она убила бустера в навигации, бустер оттуда не вышел, один оттуда вышла. Побежала сразу же проверять, да, там дверь была закрыта. Очень интересная информация. Очень интересная информация. Я тут бегала, и мы с ней выполняли задание, да. То есть, подожди, Ликс, ты подтверждаешь ее слова, да? Ликс, ты это тоже видел? Да. Ты это тоже видел, да? Дину с бустером я видел последний раз в начале игры. Нет, у меня вопрос, Ликс, меня обвиняют, можно я поговорю? Ликс, ты это видел тоже вместе с Вуд, да, на камерах? Я бегал с Вуд, выполнял задание, на камерах я не видел, но я и верю, ты не видел, значит, они, значит, Ликс не в паре, вы можете его не подозревать заодно. Господа, давайте я расскажу. Господа, я никого не убивала, сейчас я скидывала листья в О2. Подожди, кто сказал, что я не видел вроде бы? Давайте расскажу, что было. Значит, так, я была на... Смотрите, я побежала в медицину, чтобы закинуть реагент, да? Реагент нужно ждать целую минуту, да. Пошла, значит, я к электричеству, но решила зайти на камеры. Смотрела, значит, я за Диной и бустером, за синим и желтеньким. Они зашли вдвоем в навигацию. Я еще такая смотрю, так, бустер что-то вот не вышел, да? Пошла проверять пешочком. Как ты шла? Шла через низ, через электрощитки. Меня Ликс увидел. Мы с ним вместе ждали, пока откроются двери, да? Да, пошла, здесь, потом правда, пошла через центр, где управление, и через верх, где нужно, через оружейную вниз, зашла в навигацию труб бустера. Я могу лишь сказать, что я видел Динус.
Потому что я не убивала его! Вначале мы были там втроем, я видел. Я видел ее на камеру. Кто-нибудь меня видел? Блин, я с кем-то пересекалась? Секунду, секунду, а где труп вообще нашли? Она говорит, в навигации. Я помню, будет в навигации, я выполнила там какое-то задание. Справа, справа, самая правая комната. Самая правая комната. А смотри, ты в кого голосуешь сейчас? Я пока тебя, не хочу потому голосовать. Что я почему? Видел ее на камеру. Ребята, я этого не делала. А, то, да, что, блин, о боже, меня сейчас выкидывают. Пожалуйста, выкиньте Вуд тогда следом за мной. Ну это по балансу. Вообще без жесть, проблем. Обязательно выкиньте ее, пожалуйста. Обязательно. Можете, я нет, можете не понимаю, Ликс не сказал ни слова. Обязательно. И за Ликсом смотрите, потому что он ее оправдывает. За мной, я оправдываю, потому что... Меня клеветали. Почему мага молчит? Жесть, просто на ровном месте. Ну, кстати, она так часто делает. Но я надеюсь, они не забудут ее выкинуть. Мои листики. Ну, вот так, да. И типа я одна была, и... Это жучок, человечек-бустер, да, сидит? И, по сути, алиби у меня получилось, что нет. Ну, главное, чтобы они ее в баланс убрали. Давайте посидим еще, поболтаем. Кстати, мага, а чего ты молчишь? Кстати, потому что я вообще был не в той части. Перед репортом. Слушай, перед вот, репортом. Слышите, все время команда креатор, все время. Да Трокейка. Я просто не в той части. Да. Если честно, я не было. А в какой комнате он со мной был? Я просто не ожидала такой подставы. Типа, я не ожидала, что мне нужно алиби завоевывать. Дайте сказать, я в предыдущем раунде сидел на камерах в конце перед репортом. И я когда включил камеры, красный забежал около вентиляции, как раз таки справа, где навигация. Увидел камеру, развернулся и побежал вниз. Почему? Какие вентиляции, подожди. Ты вот вентиляция, вот знаете, камера, которая захватывает вентиляцию около навигации. А Кейксам, кстати, Кейксам говорил, что видел меня с бустером. Нет, ты побежал наверх, побежал, остановился, увидел камеру и побежал вниз обратно. Не, чувак, это чисто неправда, потому что никакие даже на камеру я не смотрел, я просто изначально побежал. То есть ты бежишь, не думаешь ни о чем. Кстати, да, я бы не убила Славу в первой партии. Да, 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 да. Как раз забегаешь в район камер, и они включаются. Сейчас растерялся, когда меня просто подождите, вы сейчас отходите от темы, что Вуд говорит, что видел, как Дина завалила чувака. Я тебе говорю, что я смотрел камеру на последних секундах. Перед трупом, перед тем, как нашли труп, как раз таки окей, вопрос, а почему ты кикаем Дину? Окей, почему вопрос, почему ты кикаем Дину, если Вуд не видит, какие убили Дину? В смысле, это часть игры, у тебя, за мирных выполнять задания. Вижен, и ты увидел, что там внутри уже кто-то есть, скорее всего, ты увидел Вуд. И ты развернулся, побежал назад. Какую Вуд я увидел? Где я Вуд увидел? Объясни мне. Подожди, мы Дину определили точно мафии или что? Мы нет, не будем по балансу нет, убирать? Нет, потому нет, что я забыла сказать про то, что я просила Славу Никик, тебя бы не стало. А как это так получается, что мы верим точно одному человеку, убираем подождите, человека? Подождите. О, боже! Все договорились по балансу, ее убирать этого не делают. Скорее, возможно, что осталось два трейдера. Такая возможность есть. Мы должны убрать по балансу, чтобы не было такого, чтобы два трейдера убили сейчас. Почему? Например, тебя. Будет 6 и двоих убьют, нет, это подожди, все подожди. Уже. Все, или Вуд, или потом, Дина 100%. Как часто вы просто бегаете, добегаете до конца коридора, видите там кого-то людей и разворачиваетесь, и все будете. Ребята, нет, кстати, ребята, тут нет логики. Либо Дина, либо Вуд 100% трейтер. Она была готова. Но подождите, но Вуд... Мага, ты мне не нравишься. Но смотрите, я охуею просто еще. Не, я согласен. Можете тоже со мной бегать. Ликс, пошли побегаем. В принципе, есть некая вероятность, что это не Вуд убила, что она увидела, как мы забежали, побежала в навигацию, и за это время кто-то зашел в навигацию, убил бустера, прыгнул в яму и скрыл. Да ёкарный бабай! Смысл алло, ребят, жать, мы не будем... если... я больше не подожди, буду скачивать эти хреновые если данные. Мы сейчас не уберем, это и Вуд окажется трейтер, будет два трейтера, и мы проиграли эту игру, блядь. Если мага, мы кикнем, то если проиграем. Смотрите, как он хочет кикнуть кого-нибудь. Я считаю, я хочу что кикнуть, это потому трейтер. Что... Не, ну я это не логично, не вообще логично кикнуть. Не, подождите, а какой? Нет, так, подождите. Кому логично кикнуть? У вас... Смотри, рассказываю. Мне его убил. А почему тогда Вуд не видела... Почему тогда Вуд не видела... Не говорила про меня... Смотри, так если она Дину на 100%... Да не может быть два трейтера. Дайте, что, ошиблась, что ли? Да, она могла ошибиться. Понимаете, что кто-то заранее мог стоять в навигации... Не может быть два трейтера. Я за него и говорю, за красного. Ну смотри, ну вот получается его сообщница, раз она не говорит про то, что Кейк тоже... А почему она тогда не репортнула? Хорошо, хорошо по этой логике. Почему она тогда не зашла и не репортнула труп, если там кто-то уже был и был труп тогда? Смотри, я рассказала, что я видела. Дина бегала с бустером, они зашли в навигацию, бустер не вышел, Дина... А, типа что он зашел в навигацию по интерреакции, да? Не, секунду. Вот в начале игры очень уверенно обвиняет, что
убьет Дина. В итоге мы кикаем Дину, Вуд замолчал на секунду. Мы никого, вот, мы никого не кикаем, мы никого не кикаем, пока да не почему? Будем. Я была на стероидах. Логично кикать, прыгал вентиляцию, по-моему, он не правильный. 7 человек, нет, мы никого не кикаем. Не, я согласен с Магом. Я знаю, что вы кого-то кикнули. Нет, 7 человек, нет смысла сейчас, нет смысла кикать. Какой не смысл кикать, если Вуд? Может быть, он побежал вниз и снизу зашел? Я по скилла предложил бы кикать. Ой, ну, надо сначала Вуд, а потом по скилла. Мы играем два противоположных игрока, Вуд и Дина. Уберите Вуд, потом уберите меня, потому что вы проиграете. Уберите Вуд, потом уберите меня. Нет, потому что это баланс. Это баланс, я согласен. Я голосую за Вуд, вы можете потом убрать меня. Я говорю, это вначале вы уберите Вуд. Скип, я сказала. Я после вот этих я сказал, я сейчас проголосовал в Авдеич. Пошли вместе, ты убедишься. Пойдем. Я знаю, там местечко. Блин, ну если это был кейк, то он сейчас сидит просто такой. Тили-тили, трали-вали, довольный, как все сложилось. Кто с ним в паре, интересно. Последняя попытка. Бог! Так, ну, скину я их попозже. Так, давайте наблюдать. Кик пришел и ждет, кого убить. Прощай, Авдеич. Прощай. Или не прощай? Не прощай. А вопрос. Если Кейк там уже стоял, почему он так долго чинил свет? Да, прощай, Авдеич. Нашел труп. Никого не видел. А где труп? Труп был чуть левее электрощитовой. Я сейчас находился снизу справа. Видел магу справа, когда бежал. Ну вот со мной был, я с Мадей со мной был. Это, да, мы втроем. Я на камерах стоял. И мага. Втроем, я вышел, посмотрел, там было с Мадей и Ликс и Вуд. Ну смотрите. Ну там трупа не было. Это файвскилл остается, а файвскилл нигде не было. Пацаны, я критика сейчас справа, как я могу убить критика? Я думаю, это мага, потому что Авдеич очень сильно против него топил. Да, это... Ну кажется, это победа предателя. Да, смотрите, ребят, Авдеич... Ой, не, подождите, Авдеич... А вот третий трейдер, что ли? Авдеич топит против меня, я ее валю. Авдеич даже со мной не бегала во время. А кто ее видел? Авдеич даже не бегала со мной. Она сказала, что с тобой будет бегать. Она сказала, что будет с тобой бегать. Блин, вообще очень странно, за мной не бегала. Что меня выкинули, потому что обычно при таких ситуациях, когда вот я видел, кто-то забежал, там кто-то не выбежал, все равно не кикают, все равно скипают. Что-то задания вообще не делаются. Асмодей, может быть? Асмодей с ним? Ну, потому что Асмодей вносит обычно гораздо больше импакта в игру. Данные стало скачать. Но я так понимаю, что будет интереснее последить просто за Кейком. Прощай, Бист, да? Или нет? А почему еще не добили? Им по одному удару. Найс. Вот третий трейдер. Балдёж. Это Бист, судя по всему. Это Кейк. Чего? Или Кейк, или Бист, да? Стоял прям на трупе. Нет, я на камерах. Я кислород чинил. Я бежал очень далеко. Труп прям на этом, на кислороде. Я видел Асмодея, я видел белого, я не видел Кейка. Либо Асмодей, либо Кейк. Я на верхнем, я на воздухе один. Ребята, смотрите, я объясню, почему это не я. В прошлом раунде мы были Ликс, Вуд и я вместе на момент выключения света. Оставались по статку, вы втроем. Мы кикнули типа 5 скилла, мы ошиблись.
И у нас сейчас один трейтер. Бист бежал не в то направление, конечно. Да, типа думаю... Кейк прям на трупе стоял. Ну поэтому... да, Кейк, я думаю, что Кейк тоже. А что мне на нем типа... стоять? Вы объясните просто. Подождите, логику вашу. Зачем мне стоять на трупе? Ну, ты ждешь, когда, что когда закончится таймер, но, к сожалению. Ну что, и сейчас будет самое интересное. Что-то не пошло. Хорошо, вы все проголосовали. Ну, то есть я убиваю. Нет, подожди. Ты закрыл двери, чтобы не зайти ко мне, или тебе помешал? Я не подожди, знаю, они... типа, просто... А, не могу, мага был вторым, да? Они же магу кикнули, маг был вторым. Либо я не могу, насколько ты долго... Если игра не заканчивается, то это Смодей. Да. А если игра не заканчивается, то это Ликс. А если игра не заканчивается, то это блин. У вас, Зина, прости, пожалуйста. Ну что, катка с тремя трейдерами? Ааа, это мага, хуйню, сюда, блядь! Мага! Сука! Сука, попался, я смотрю, блядь, побежал такой, ну зад, нахуй. Кейк, это была хорошая подстава. Мага, пойдешь гулять сегодня? Сегодня гулять? Кирилл, а как ты попал в навигацию? Расскажи, как получилась ситуация с Вуд. Она просто сама решила помочь нам, но почему-то ее по балансу решили не убирать, понимаешь? Я не знаю, как это получилось. Потому что 7 человек нельзя по балансу убивать, и мага орет убирать, и понятно, что это мага, блядь! Да я говорю убирать, потому что... Авдеич, не нервничай! Авдеич! Что ж ты меня убили, да? Не нервничай, если мы бы не зарепортили, мы бы... Сейчас, вода без мага, я согласен. Мы из всех в первую очередь, блядь, сразу прочитал тебя на камерах, когда ты зашел в рейдж, увидел камеры, увидел Дину там, да? Кейк, а что ты вокруг меня ходишь? Я сам так репортил часто. Я не хотел даже нажимать. Я просто понял, чтобы тебя укачало. Ты был не там, типа, и тебе пофиг. Кейк, я понял, я сам так постоянно случайно. Бля, у Авдеевича, знаешь, каждая игра кого-то кончает после нее, бля. У нее такие эмоции, бля, что-то оргазмовали. А так мы присосались. А потом что-то они начали это. Кирилл, а как ты попал в навигацию? Через вентиляцию или через проход? Нет, я пешком зашел. Я просто зашел и делал вид, что делаю ГВС. Меня Кейк припизнул очень жестко. Я смотрю, Дина убегает, я такой выхожу, никого нет, такой думаю, ну, блин, бустер, привет, блин. Блин, я забыла аргумент, я что такой, я сама просила не убивать не Славу в первой катке, потому что он только что зашел. Я за это еще и зацепила, что ты, типа, сделала себе алиби, но при этом убила, я еще так подумала. Прости, пожалуйста, бустер. Реально, видел только вас вдвоем, а сколько ты хочешь? Да я вообще за тобой заехал, а что ты не хочешь? Кто не зашел-то? Ну, я бы сейчас, ну хз, прям сейчас. Мне просто... Нет, мага, нет, ты не хочешь заехать сначала в партию? Чатку. Да, мага, будь добр, уважай здесь людей, пожалуйста. Извиняюсь. Можешь перед всеми сейчас извиниться, и мы начнем играть? Извиняюсь перед всеми. Все, поехали, ребята. Мага, и задание делай, а то ты вечно не делаешь. Я до этого все задания сделал. Извинения не приняли. Ну что, классическая парочка? Ну что, Димас, го проводить картой. Интересно, нас Модей заподозрил, что мы с ним вместе? Я хочу дерзкие убийства. Я хочу ультрадерзкие убийства. Тартин, тартин, дерзкие. Ребят, прошу прощения, бля, такой небольшой, как бы произошел пиздос на электричестве, бля, загнулся зеленый жмурик, бля, пол тела лежит, верхушки нет, но только ноги валят. Окей, чуваки, у меня есть вопрос, кто сейчас подвигал щиткам, когда реактор начал справа гореть? Я не знаю, я вначале... Облегчим. Мирные жители, скажите честно инфу, где вы были, и мы найдем, кто врет. Ты только что мимо меня отдал. Я был в администрации, проводил карточку в самом начале. Я бежал ниже левого двигателя. Рядом со мной был вначале бист, еще там два человека, потом я побежал вниз на электричество выполнять квесты и убил там жмурка. Это опять мага, похоже. Нет, блядь, Ликс, это какой? Бля, мне кажется, что это мага, честно говоря. Это аргумент единственный. А где ты был, кстати? А где мага был? Спасибо, где ты был? Да подождите, подождите. Не, подождите, скажи, где ты был? Попался, да? Попался! Где ты был? Да тихо, подождите, надо. Слева был труп? Давайте. Нет, справа был хранилище. Справа был труп? Подожди, а где именно? Ребят. Справа часть. Давайте сверху. Включи мозг. Давайте. Давайте включи мозг, убили в хр. А, ты... справа сверху. Нет, справа сверху в комнате. В комнате электричества справа сверху. У правого верхнего щитка. А это где? Короче, в электричестве. Блять, там в электричестве есть три квеста. А ты сразу нашел труп? Ну я забежал в электричество и сразу увидел его. А кто был? Мог давно лежать.
Рядом никого не было. Я могу сказать, что я был снизу слева, а когда справа произошла утечка, я бежал наоборот к реакторам налево. То есть я не шел. Я был реактор, опять я не видел. Он не врет, потому что он мимо меня пробегал. Это не стоп, мага. Там не реакторы были, там два были мага. Так я не шел. Да, сейчас у два были. У меня есть. Ладно, у меня один довод есть. Саню, скорее всего, убил человек, который пришел недавно, потому что Саня мертвый уже 20 раундов, если что. Просто подумайте об этом. Это Дина, наверное, другим стыдно бы было. Другим просто стыдно бы было. Не-не-не. Мне кажется, знаешь, такого понятия, как стыд, здесь не присутствует. Здесь все ебут, блин. Я что-то быстро подумал сразу теперь. Меня только... А я не намекал, нет. Со Славы такой, типа, мстит. Меня сразу припизнули, блядь. Просто нож в спину, блядь. Ликс пошел в магу. Опа! Не, ну Ликса не первый видит. Не, ну у меня аргументировано. Аргументировано. С чем ты аргументирован? Он не у меня аргументирован. Прости, Саш. Пробегал, Дим, ты чё? Он просто пробегал, не знаешь, что он как бы, он же просто пробегал. Он не успел бы добежать. Мод, 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 плюс мод. Димка, ну что ты этими дверями своими палишься? Блин, надо было в толпе грохнуть. Надо было в толпе грохнуть. Ёлы-палы. Сейчас немножко засало, вдруг это кто-то слышал. Го убивать в толпе. Я хочу дерзкие убийства. Димка, я хочу дерзкие убийства. Да, блядь, где ты делся? Куда ты делся? Слышно. Смотри, мод. Ту-ру-ру. Один. Второй. Третий. Попала, попала. Попала, попала. Попала. Так, что там по камерам? Ликс бежит от навигации. Надо потереться с кем-то, чтобы меня видели. Так, вот с модем. Так. Госвет? Надеюсь, он не убьет его на свету. Я хочу убийство вот здесь вот сделать. Блять, я не понимаю, что это блядь, зачем? Сделала. Подожди, у меня сразу здесь? Есть предположение, нет. Друзья, блядь. И я думаю, это Дина. Да, здесь Дина. Почему? Стоял мага. Потому что я... когда мы взяли... Я ражал, еще кого-то видел. В смысле? Кто нажимал по переключателям? А где убийство-то? Секунду, я нажимал переключателям. Дин, а что с ебальничком-то? Подобосралась? Не-не-не, фишка в том, Слава, что меня вообще не было в электричестве сейчас. А знаешь, почему у тебя не было в электричестве? Ты была вначале, но потом, когда ты ушла, за нами захлопнулась дверь, мы вшестером стояли. Не-не-не, я была в админке. Ребят, секунду, смотрите. Смотрите, мы когда забежали, я видел Смодея, потому что он ко мне в упор подбегал, и ко мне подбегал упор Авдич. Бист тыкал кнопки, он тоже этот скилл сделать не мог. Боже, да, мага, Бист не это мог не сделать... аргумент, я тоже тыкала кнопки. Какие кнопки, нахуй? Ты не тыкала, подожди. Подождите, почему Слава говорит, что я была в щитовой, если я была в админке? Послушайте меня, я прошу вас, блядь. В самом начале раунда мы, блядь, уткнулись, блядь, у нас была вписка в электричестве. Закрылась дверь, Дина выбежала, у двери стоял Кейк. То есть, как бы, все мы были в заперти. Потом, когда дверь открылась, мы все побежали, и я увидел Дину и Биста, когда они выбегали сверху слева. То есть, от респы. Смотрите, ребят. Подожди, я была в кафетерии, потом я пошла в админку. Где находится кафетерий, кто-то сориентируйте пока. Это там, где мы респимся, и после него мы как раз утыкались в дверь снизу, после этого я пошла в админку. Подожди, и вы нашли в столовой? Правильно? Короче, это Дина и вуз выходит. Это Дина и вуз, потому что будет всю игру. Меня не было сейчас в электрощитовой. Я не видел Дину, я видел оранжевого, красного. Знаете, что я тоже могу сказать? Я в админке была с вами. Я потом не побежала на свет. Знаете, что я могу тоже сказать на этот счет? Вру. У нас еще кейки. Я видел. Я в Дину. Ребята, меня не было в электрощитовой сейчас. Я скажу. Почему нельзя? Почему? Ребята. При семерых не голосуем, во-первых. Хочу сказать. Дина всегда говорит, что когда закрывается дверь, это бис. Двери закрываются постоянно. Короче, это единственное, что я могу сказать. Охуенно, спасибо. Окей, мага, вот здесь услышали тебя. Теперь пошел нахуй. Я с Диной бегаю. Так.
Так. Блин, кого двоих просто? Кого двоих? Да блин. Пиздой запахло, товарищи. Что такое? Ну, я нажал просто кнопку, потому что надо порассуждать. Давай, давай, конечно. Ну давай, рассуждай. Не, смотри, смотри, я проговариваю опять инфу. Я Авдича тебя не обвиняю. Я говорю, что было. Вначале мы идем с Авдич, тушится свет. Подходит к нам Асмодей, потому что он подбегает к нам в упор. А не я решил пробежать и начал тыкать по переключателям. Я два раза тыкнул, Бист. Я верю, что это ты тыкал. Потому что вот ты включил, я отключил. Авдич не тыкала. Она говорит. Нет. А теперь вспоминаем то, что Мага в прошлом раунде не сказал, что он тыкал по переключателям. Я сказал, подожди, нет, я сказал, что... Нам сейчас кикать на 7 человек, очень хочу... интересно. Да, при 7 сейчас не удаляем. Во-первых, мы сейчас никого не кикаем, во-вторых, я вам говорю то, что присмотритесь к маге, потому что, ну, мы реально были втроем, и я все-таки вброс вот этот про Дину сделала, и кто-то начал гнать на Дину, а в том числе бустер и мага. Начал. И мне кажется, что это... Да, и поэтому почему? Я думаю, что это бустер и мага, скорее всего. Блять. Это точно не бустер, потому что он в камерах стоял весь этот раунд. Ну, короче, смотри, так он мог через люк прыгнуть, что... Окей, где были... Я стоял очень много, и я тебе говорю, что у меня единственное, почему хорошо, я сказал Ладину хорошо, и на Биста, хорошо, потому что хорошо, они хорошо, вдвоем единственное выбегали сверху со столовой. Окей. Когда мы все были заперти в электрощите. Ну, сейчас скип, при семерых точно скип. Бист гонит на меня, Бист, пошли вдвоем. Я не гоню на тебя. Авдеич просто не играть не умеет. Бля, короче, чуваки. Ты что-то путаешь, чуваки, я тебе ничего не говорю. Я сделаю завещание, что это Дина и Вуд. Я сделаю завещание, что это Дина и Вуд. Окей, потому что... А я тут причем... Мага. Это не может быть Дина и Вуд. Их не было, когда было убийство. Ребята, я... Я думал, Вуду. Ерунду какую-то несу. Меня вообще не было там. Слава почему-то говорит, что я там была. Ты была. Мага, ты если б меня обвинял, я бы еще поняла. Но ни Дина, ни Вуд рядом с нами не было. Я бегу с Диной, я бегу с Диной. Окей, давай. Давайте по парам. Мага, возьмите кого-нибудь. Вуд возьми. Скилл, пошли. Файв скилл, пошли. Так, мы с Мистером так... Я Дину возьму на себя. Окей. Я возьму Дину. Ну, поехали. Давай, Слав. Недолго ты будешь бегать, вот туда. Он сам убежал! Он сам убежал, это аргумент. Значит, можно Славу не трогать. Кейк один ходит. Бустер. Кафетерий. Вот стоит на выходе с охраны. А кого с нами нет? С нами нет Кейка. А Кейка с нами нет. Будем убивать, нет? Передумали? А дверь нельзя? Я говорила про двери. О, Дима, это наш тандем наконец-то победил. Ха-ха-ха-ха, двери закрываются, этот кикаем Биста. На
К сожалению, я был мертв, чтобы это понять. Да-да-да. Блин, да! Я, кстати, Слава был прав, я была в электрощитовой, да. И мои ребята просто идут на щиток, и меня убивают, они такие, ну, там бис был, еще бис вообще бегает просто рядом. Я ждал. Блин, я думаю, двери закрываются, неужели бис? Нет, я сейчас сразу... Бустер, я сейчас думал, что они тебя сольют. Будешь, прости нас, пожалуйста. Я доверяю, что все проблемы. Я сразу сказал. Сейчас будешь, и не убиваем. Я не потом пробегал. Нормально. Так, все, ребят, мне съебаться надо. Спасибо вам огромное за игру. Так, Слава, может, ты тоже последнюю? Давай, давай, последнюю. Я сейчас потом запишу, потому что я Илюху врубил. Все, давайте, запускайте. Так, сейчас еще один. Поехали. Так, Вудуша сейчас не убиваем первым. А что чинить-то не побежали? И вторым тоже не убиваем. Короче, все забили. Если сейчас. А, я не умею. Извиняюсь, блядь. Давайте, удачи всем. Блин, а реально, что ли, так часто мы Вудуша... Ну, то есть не мы, в принципе, предатели давали. Ну, это действительно не очень. Ой, извините, я сейчас просто, так сказать, мысленно праздную победу. Так, 8-7, 1-8-8. В предыдущей партии надо бы счет, кстати, обновить. Чё? Так, да. Блин, а как так с кислородом-то вышло? Была куча народа! И почему-то никто не пробежал. Так. Авдеич, Five Skill. Смодей. На камерах никого нет. Будуш, Авдеич, Five Skill, Смодей. Так. Пойду-ка я починю, пожалуй, электричество. Угу. Ой, а, Смодея убили. Это Вуду, походу. Это Кейк. Да, хорош чувак. Нашел группу Смодеев. Открываю камеру, а Кейк отбегает от всех, Дина и Красный идут наверх, а Кейк бежит вниз и прыгает в люк. Что скажешь? Скажу, что ты смело придумал это. Готов с тобой вместе уйти тогда. Это очень хорошее заявление. Это очень. Подожди, кто это сказал еще? Давай, кто это так сказал? Я готов с ним уйти. Готов с ним уйти прямо сейчас. Нет, но если он увидел такое. Все хорошо. Что ты сказал еще раз? Что с видел, как. Как, я видел, как светло-зеленый прыгает в люк. А видел, как. Видел до этого Дина была красного на навигации. Они побежали наверх. А когда в какой момент я в люк прыгнул? Можно помнить? Напомню, когда вы разделились друг с другом? Короче, с кем? С Диной? А в каком месте карты? Да, подожди, 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 секундочку. Где я прыгнул в люк, скажи? Ты прыгнул в люк от навигации, который ближайший. Да, а труп как я зарепортил тогда в навигации? Подожди, насрать на люк, скажи, где был труп. Ну через люк. В навигации, я бежал, объясняю, я делал квесты с левой части, пробежал вниз, сверху идет Дина, встает на квест, я пробегаю вверх в навигацию, то есть справа снизу. И в тени не вижу, но у меня кнопка репорта загорается. Я нащупал, нажал труп. Как при этом я могу прыгнуть в навигации в люк? Вот Кирилл, ответь, пожалуйста, на один вопрос. Перед тем, как делать поворотку в комнате, где щиты, скажи, пожалуйста, какое ты делал задание до этого? Что ты сделал для того, чтобы нажать поворотку? Блядь, неужели я проебался? Подожди, я точно видел, блядь, какого-то... Пожалуйста, Дим, задание, которое наверху комнаты, где щиты... Такая быстро выполняется, колбочку поворачиваешь. Я ой, не понимаю, лёг. Честно, не понимаю. Короче, я могу сказать, что я нашел труп, и в никакой люк я не прыгал. Если ты перепутал, то какой это цвет? Короче, я пока скрипну, но я хочу больше выяснить про задание. Давай я буду с Кейком бегать, я буду бегать с Кейком. Но я мог проебаться именно цветом. Ну, я не знаю, я только открыл камеру и вижу анимацию. Ну, кто с радостью, смотрите, с радостью, Саня там молчит, влил, как бы, и так далее. Нет, он заявляет, что тебя видел, как ты... Он только что сказал, что он сомневается, но ты... Не-не, он... Просто он смотрите, смотрите, чтобы сделать поворотку, ему нужно сначала... Мут-мут, плиз. Ему нужно сначала в электрощитовой активировать вот эту штучку, поднять. Перемычку. Типа Кейк успел где-то скачать данные и в электрощитовой активировать перемычку, перемычку? Перемычку. У него, может быть, тоже два задания осталось, как тогда у Вудуша в партии за предателя. А
Мне да! кажется, секунду, мне кажется, что он просто перепутал цвет, это Вуду. Я объясню, почему это Вуду. Я вот сейчас тоже все это время думал, что это может быть темно-зеленый, а не светло-зеленый. Да, да, дайте объясню, дайте объясню. Мы, короче, когда были сверху справа, бустер стрелял по метеорам, астероидам этим. А стоп, бустер же стрелял сверху. А я не стрелял по метеорам, алло. Чуваки, ну, я весь тот раунд АФК стоял. Я не садился, я делаю квест. Какой люк? Подожди, а, как? стрелял, братан. Блядь, неужели я светлый с темным зеленым поменял? Вуду. Ответь на один вопрос. Как ты мог за 1.5 секунды сделать квест с проводами? Я не делал никакой квест. Брат, у него реакция. В смысле, ты стал у щитка? В смысле, быстро делается. У него реакция, братан, он профессионал. Блядь, Дик слишком очень сказал легко, что типа, я его доводом почему-то верю. Подожди, я сделал квест, где бегунок нужно, а там квест, где бегунок нужно сделать. Бегунок поднять вверх или вниз, там одна, это 5 секунд делается в электросчетовой. Если это не Кейк, вы обратили внимание, кто голосовал в Кейка? Я только Саню успел увидеть. Кейк, скажи, пожалуйста, а ты делал задание с бегунком в электросчетовой? Как он выглядит? Что там происходит? Ну, а там один в электрощитовой вот бегунок нужно вверх поднять. Кейк. Нет, это я не делал. А, не делал? А как же ты тогда колбочку-то поворачивал в щитах, если ты до этого не поднимал бегунок? Опа! Не, ребят, подождите. Смотри, Кейк, ты стоял у задания, где колбочка. Ну, я не знаю, может быть, ты просто так там стоял, а не фейковал его? Давайте делать квесты вместе, как бы. Кейк, а где ты скачал? Кейк, я видела, как ты делал данные в админке. Где до этого? Ты делал еще какие-то данные до этого? Или это твои первые данные? У меня уже не помню. Я сначала запутался, колбочка-писечка. Я, короче, ничего не помню. Может, меня уже не спрашивать об этом. Я просто не понимаю, то есть колбочки, я по-другому называю, может. Скипаем, но очень подозрительно. Да, согласен. Супер подозрительно. Какая колбочка, блин, какая колбочка, нафиг? Кто колбочка из вас? Там где? Может быть такое, что Вуду и Кейк в одной команде? Я говорю, это вполне может быть. Убираем Вуду, убираем меня. Зеленого, блядь. Я мог проебаться именно с... В общем, следим за обоими. Все, я слежу за Кейком, если он уже столько навыполнял. За кем еще? За Вуду, да? Я с Вуду буду бегать. Я с Кейком. Так, все, я твоя тень теперь. Где ты? Где он? Он убежал? Блин, где он? Куда он убежал? Вот он. Да. Алло. Вуду. Подбегаю на свет. Стоит Вуду. Захожу в электрощиток, а он вроде там копается, отвертки достал, прям кабеля соединяет. Смотрю, а все ползунки переключены вниз. Ничего, чё, блин, за ползунки вообще, лол! Вуду, подожди, вот ответь на один вопрос. Когда мы стояли у щитков, я выполнил задание с проводами. Ты стал туда же, где я выполнял задание с проводками. Стоишь там секунду, мы начинаем отходить со вдеч. Ты через полсекунды. Чуваки, отходишь. Вот это машина от Биста и файвскилла, он говорит, я захожу на щиток, там все подним, если там все подним, то почему тогда свет не включен, все опущены, наоборот. Что за бред? При чем тут это? Я говорю все нерабочие. Я говорю про провод. Дайте Лексу сказать. У меня вопрос был по Кейку, потом мы сейчас запустили игру, и опять мага с Бистом начинает гнать на Вуду. Ребят, давайте так, чувак, я вообще... Да у нас не было смертей, я не знаю, зачем вы вообще... Чуваки, давайте мы просто Саню будем считать точно трейтером, но пока убирать не будем. Мы сейчас следим за тобой, за ним. Мы и тебя тоже считаем. Так что на здоровье, на здоровье. Я не считаю его. Короче, я, скорее всего, проебался с оттенком, но я вам сказал, что все ползунки, все было опущено, типа, нерабочее. Понятно. Бегайте по парам и все. Хотя он был бегал. Я опять с Вуду бегал. Все я за Вуду. Я его не нашел. Пацаны, погнали все за меня. Нет, нам надо делать задание. Нам надо делать задание. Просто держите в голове, что сверху справа был... Мы скипаем, да, просто? Да, скип. Я за Кейком. Давай, может, Димка, ты с нами за Кейком еще? Да. Я не верю Димке, возьми кого-нибудь другого с нами. Ну тогда Авдеич, давай ты с нами. Можно, я ты Вуду. Не-не-не, я с вами пойду. Так, где он? А где? Опять? Ты что, не досбросил листья? Что это такое? Так, 6-2, 7-0-5.
Вангую труп на втором кислороде. Ладно. Окей. Вуду, что ты не... Не, выходишь? Ну это уже все. Не, да, ну все, Саня, буду... убираем. Все, 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 все. Это уже слишком, нет, это уже равно... слишком. Нет, а что, а что сейчас было-то? Он стоит, не активирует кнопку, делает на кнопке. Мы стоим, смотрим, как он не вводит. Типа, блин, я не знаю. Ребята, и это, скорее всего, еще какой-нибудь ликс, потому что... Опять буду ликс, да, Мак? Какой-нибудь ликс, наверное. Я стоял на камерах. Смотри, смотри, ликс, смотри, смотри, ты стоишь на камерах. Убийство. Вот, вел неправильно. Подожди, Славу убили. Бустер, подождите, а когда Славу убили? Подождите, подождите, кто с кем рядом сейчас бегал? Бустер говорил, что будет за Вуду, по-моему, бегать. Или, не, поправьте. Не, я прав. Видела точно втроем Дину, Беста и Кейка. Кейка. За ними же мы следили. Я код вел неправильно на бумажке, случайно. Я написала это в конце. Вуду и Ликс. Это Вуду и Ликс. Так, я стою на камерах всю игру, ты задал меня обвинять уже. Ты прикалываешься? Я не убили, да? Я вел неправильно, не Сань, ну... Ну Дина. Нет, Сань, но ты очень долго. Что, я подошел, в итоге я обвел. Ребят, я за Кейком пошел Лиса спускать. Блин, ребята, а мы точно уверены в будущем? Я не спустил их, если что. А просто где, если это не он, и его сейчас кикнем, то у нас проигрышная... Я объясню, почему. Я не уверен в маге, потому что он всех обвиняет. Дина. Просто всех. Я крут. Блин, ребят, да. Давайте скип 7 человек. Не, не, не секунду, секунду, скип. Вопрос. Кейк, а да. Ты сейчас был с Диной или нет? Я за мной Бис точно бегал, Дину не помню. Я бегал, я с вами была. Я не совсем понял, что ты так долго листья делал. Чел, я не доспускал, я отпускаю. Ты два раза, кстати, листья делал, да-да-да. Дина, да, два раза листья делал. Еще раз объясню, я их сейчас третий раз побегу делать, походу я не до конца додержал, и мне обновляется этот квест. Он не врет, я думаю, смотрите, подождите, ребят, если вы бегали все вместе, я бы... Дина, ты бежала на секунд 10, когда мы листья спускали. Дина, сорви. У нас 7 человек, скип 7 человек. Короче, ребята, Вуду самый подозрительный, не забудьте это после того, как у меня... Не, подожди, ну сколько у нас доводов Вудуша, достаточно или нет? Семь человек, и Дина говорит, кого мы кикаем. Да блин, я вас спрашиваю, достаточно у вас доводов Вудуша? Один говорит, он прыгал в канализацию, другой говорит, он убил. И в итоге... Я видел зеленого, но я не... Либо темно-зеленый. Да, еще я трейдер, зашибись, балдеж. Еще теперь я трейдер. Да, как это так получилось? Я, значит, провожу допрос с пристрастием, Кейка просто потрошу его, значит, и в итоге я? Куда я отбегала, я не помню. Разве я отбегала? Сюда давай. Могу всей толпой. Дина трейдер, блин. Сука, кто выключает? О, говорит, я видел, как он за секунду делал проводки. Другой говорит, я видел, как он вылезал из канализации. Что в итоге? Лол, ну вот сейчас скажи, что это я еще. Это ты, Саня, ты следуешь. Вот из этой толпы, я понял. Давайте, давайте, давайте. Все, Саня, все, хорошо, дали поиграть. Чуваки, 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 чуваки. Нет, смотрите, ребят, это реакция, скажи еще, что это я, это сразу говорит о том, что это он есть. Да нет, там видно даже было, я на него смотрел внимательно. Потому что... Ну это духота, конечно. Я стоял рядом, он прям передо мной замахивает. Это слишком было, это через чур. Смотрите, ребят. Еще и Дину резанул. В выключенном свете мы поняли. Я была подозреваемой, не надо мне убивать. Если я буду, держите Ликса, потому что это Ликс. Бис бы не начал полить зеленого. Я сижу на камерах, мага, а ты на всех гонишь. Не, я гоню, но вы два. Бля, надеюсь, вы за Кейка голосуете, пацаны. Надеюсь, вы за Кейка голосуете. Сверху, потом вышел сверху электрический. Не, он два раунда подряд за мной. Весь раунд бегал. За Кейком один и бегал. Может, прикольные партии сегодня, мне кажется. Голосуй Вуду. Вуду, выбирай себя. Кого ты видел, Вуду? Проголосую за него. Не, ну Сане дали поиграть, прямо скажем. То есть я с первого раунда, но, бля, ну не хотелось кикать. Пока, Сань. Удачи, Бист. Можем сейчас... Опа, Бист сказал, удачи, Бист. Спасибо, напарник. Подождите, расслышали? Так. Так, давайте быстренько доделаю свои задачи. Ну как быстренько? Спасибо, напарник.
Ну я, конечно, по заданиям-то знатно подушила. Ну, Кейк вроде играл достаточно до этого, чтобы по заданиям отвечать. Знаете, есть картинка мемная про Among Us. Там такой большой красный тычет пальцем и говорит: «Назови все свои задания!» Вот примерно так я сейчас делала. Так, ну чё? Ну чё? Угу. Да это Кейк, ну чё он стоит у скачки данных, если он типа уже их загрузил? Если он их уже загрузил в админке, чё он стоит у данных? Какая колбочка? Я не понимаю, о чём ты говоришь. Он топил воду, что? Ну блин, ну... Это факт. А вдруг он своего топил? Ну блин. Ну по заданиям очень странно как-то выглядит. Мут. Микрофон. Ребёнок. Астма тоже первым умирает. А кстати, да, оставленные животные показывают, где убили. О, это интересный момент. Даже если нажали на кнопку, то потом с помощью вот этих вот животных можно узнать, где на самом деле убили. Блин, я Кейка потеряла. Кого-то там грохнул? Никола Руденко! Вау, как много. 9 месяцев уже. Уже бы родился. Это Арги. Белый-красный. Блин, прости, пожалуйста. Я стоял, мага стояла. Душила своими вопросами по заданиям. Стоял. Значит, мага получается. Чат, откурячься, пожалуйста. Мага? Короче, я выполнял задание, мы стояли втроем, слитые текстуры. Убивают чела. А какой счет, кстати? Водил код? Кто водил код? Я возил, я помню первый 33-25. Я водил код. А как ты зарепортил? А как ты зарепортил? Какой счет? Точно мы одну выиграли с Димкой. И там не 2-7. Через кислород. А как ты так бы... Подожди, а как ты мог узнать, кто убил, если ты водил код? А я не знаю, что это стоит. Как он мог убить? И вот кого там убили? Ликс, подожди, Ликс, если ты водил код, как ты мог понять, кто вообще в комнате и кто кого убил? Я сказал два цвета, и Ликс сразу влетел в... Мы подбирали, вообще-то мы стояли... Смотри. Прикалываешься? Бист. Бист, мы с тобой ходим. Блин, вдвоем, Диме надо убрать шумоподавление. Все, доделаем задание. Да не, это хуйня. Согласен. Надо вчетвером ходить. Вчетвером нет, ходить. Вчетвером мы не поймем, как раз кто убил, а если они друг друга убьют, мы сразу поймем. Втроем, Лист, значит. Вопрос, втроем. Почему вы с Кейком? К тому же, если О2 будет, то... Давай втроем. Давай я буду с тобой ходить, а Бист там нет, вещи. Нам... Ребят, где убили Кейка, ребят, ребят. Какой счет? У меня правильный счет надо мной? Втроем водили. Прям на тебе. А, так забейте, если бы это был бы Бист, Бист бы убил Кейка, потому что он рядом с ним во время этого реактора. А Биста никто и не говорил. Я специально отбежал, чтобы не быть в этой толпе. Чуваки, если вы тут... Нет, Ром, подождите, все, 20 секунд, закройте ебало, пожалуйста. Если ты уверен, что сделал вафельскилл, когда... Подожди, блядь, Бист, подожди. 19 секунд. Сейчас как думаете, кто это? Если вы думаете, что... Ой, закройте ебало. Голосуйте за него. Это Ликс, короче. Если вы думаете, что мы Ликсом... Скип, ой, Бист, пожалуйста, скип. Вы не даете мне сказать, вы ебанутые, блядь. Я могу вам дать 100% инфу. Давайте, пожалуйста, не будем грубить, спасибо. Все, мы выиграли. Сюда. Спасибо, блядь, что не даете сказать. В самом начале. Красавчик. Ладно, дали поиграть, согласен. Саня, блин, стоим цифры вводим. Нет, ну я, кстати, по поводу Биста, ни в какой люк я ни разу не влез. Мы могли просто вчетвером... Где видел на люке? Нет, не было. То, что ты сбросил в Кекса, тебе вообще, это что за вброс такой, там, типа, никто ни в какой люк не сбросил. Я видел зеленого у люка. Вообще не заходил. Так он выпрыгивал или ты видел его у люка? Я потом... Я, смотри, захожу в камеру, и прям анимация, такая ножка, знаешь, как он подпрыгивает, и прям из-за этого люка я сразу отменил, побежал на это, репортить кнопку.
Ну, я вот на самом деле в первых играх поэтому не хотел на Тайрса мошнить, потому что я не верил в то, что я, ну, типа, видел тут как-то. Блин, я вначале прям ты просто так уверенно начал говорить, что похуй полетели, и я понял, что все-таки, наверное, это другой цвет. Я просто был уверен сначала, что это светло-зеленый, но не знаю. Кейк, прости, что душила заданиями. Ну там правда как-то Батя, конечно, подозрения были. Я дебло прощелкал. А, это да, я просто про задание. Я до сих пор не понял, забейте. Я, если что, я задание сделал и 3 раунда просто бегал. Но Бист меня понял же, я просто за ним бегаю, он уже делает. Блин, Дима на самом деле большой молодец, он уже 2 раза почти выиграл. Ну, да, у нас с ним 2 раза маху поставили, 2 раза, нам надо с ним поставить. Когда меня, блядь, поставили? Меня недостаточно. Я уже не был на игр 40, блядь. А тут бывает такое. Спасибо громадное за компанию. А, вы больше не будете? Дина, что позвала, я погнал. Спасибо. Спасибо. А кто уходит, кто остается? Саш, пока-пока. Бля, что, все же подумаю. Кто остается? Бусер, еще поиграем, Бусер. Да я не знаю, я бы на самом деле... Я бы еще немного. Я еще одну готов сыграть. Я тоже одну бы хотел еще. Ну, если одну, то его. Ну, давайте в девятером. Да по кайфу игра же, ребят. Давайте одну, да. Одну, так, да залезайте. Я тут, да, я на месте пока, если властец. Блин, Бист, мне Мага, залезай. Так показалось, что сори, что сгрубил, потому что зашел. А мы только на одну просто, да? Джокер сидит. А, пускай... Давай сейчас его. А, у него, по-моему, есть право. Не, ну я бы и две сыграл. Хорошо, что ты рядом со мной стоял. Трейтер заберет. А я специально ну, давайте еще понял сейчас, что будет. Несколько. Ну, посмотрим. Давай две, хотя бы. А где Джокер? 3. Сейчас зайдет. Вот он, но он заберет. Привет. О, привет, Джокер. Давайте кикнем его сразу. Давайте его сразу кикать. Да, нет, будет предателем. Залезай, Джокер. Теренсия, подождите, второй. Подождите, пожалуйста, подождите. Кейк, смотри, что я у тебя спрашивала. Ты просто стоял у задания, где нужно колбочку такую маленькую поворачивать посередине. А чтобы оно активировалось, тебе нужно сначала поднять бегунок в электрощитовой. Он в муте. Кто? А, блин, а я объясняю. Посмотри, кинь мне куда-нибудь код, пожалуйста. А ты найди его в канале. Он сверху. Текстовый канал Among Us. Могу вот так еще сделать. Хорош. Чатик! Нажимаем на follow! Чем больше follow, тем Джокера, выше вероятность попадания трейдера. Дина, дай мне здесь желтый цвет. Что-то правильный? Все, желтый? Раунд заканчивается. Да. Ну, только ненадолго. Давай на карточку. С возвратом давай. Что за метод, не понял. Одну играем всего. Может, несколько? Сыры. Потому что это уже... Я хочу попросить, написать разрабам, попросить у них скин курочки сделать. Может быть, они согласятся. Я медоеда тоже хочу, да. Подожди, так возьми просто коричневый и все. Вот и медоед готов. Коричневый медоед? Погнали. Все, мы готовы? У тебя как? Ты вообще знаешь, что такое медоед? Ну ладно. Это же... А почему у нас 5 скилл в муте, кейк в муте, подожди. Столько... Медведь, медведь ест мед. А, подождите, у нас же в муте, ребята. А как не поймут? В смысле, муте? Поймут. Ну подождите, не респектуйте. Да, давайте постоим, подождите. Или там есть какое-то время ограничено? Ну пошлите, ну нет, нету времени, пошлите на респ. Ну просто стойте на респ. Да, давайте постоим, подождём. Вообще убежал без звука играет. Он не знает. А нормально ему вообще в полном муте? Ну да, медоед. Все разуплились? Серо-чёрные. Все пришли. Так нет, кейк, в смысле, он же здесь уже бегает, нет? Да-да-да, извините, я просто со стримом. Просто не убивайте тех, кто у стола стоит, и так все. Так все, заебись. Так у нас 5 скилл еще полностью замучен, он... Или я он думал, он у меня лицо ебан сейчас подбежит, ёпта. Ладно, все, давайте... В наглую, ёпта. Ой, это я случайно нажал. Это задание выполнял? Да нет, случайно нажал. Может, 5 скилл хотя бы поймёшь, что он в муте? Да. Может, написать, не знаю, в чатик? Давайте зарепортим его все. Вон охуеет. Че он не размучивается? Тикните его из группы, чай его перекину куда-нибудь. По ботинкам. Тикни его в другую комнату, Дим. Скажи ему, что слышит. И забань его на дискорде. Алло. Мага, ты тут? Ты в игре? Мы тебя ждем. Скипайте, Дима случайно отдал. Да, здорово. Скипаем, мы рады тебя. Все, мутимся. Мага, скипни код. Джокера я не понял. Джокер, за что? Так ты трейдер. Ты трейдер. Так и все. Блять, давай поспорим, Джокер. Вы уже все за магу придумали. Это Авдеич, объективно. Там Авдеич Джокер. Джокер распорохал, спалил на самом деле. Че, так спалился, что ли? Ту-тун-ту-ру-ру-ту-дун-ду-дун. Тебя кикнули, Мага. Да, Мага, извини. Просто кретинка космоса. Бля, кикнули. Та-та-тар. Блин, ну как мне не хочется качать эти данные. Наргот не придет уже сегодня, если что. Хотела вам сказать, а я с ним вот сейчас переписывалась в перерыве.
Он там что-то делает. Кутит, наверное. Так, если вдруг меня смотрят сейчас девушки, которые потенциально хотели бы стать участницами стрима Лава и претендовать на сердца парней, то кастинг на мужской стрим Лав будет в понедельник в 17 часов. Имейте в виду. Так, Джокеров Дейчбист. Джокеров Дейчбист. Не хочу к ним в кучу вставать. Да, там нужно будет, ну, прийти, написать все желания, ну и сразу прыгать в комнату кастинга. Там вас проверят модераторы на предмет того, что вы правда девушка, что у вас камера там есть, микрофон, тыры-пыры. В попе дыры тоже. Ликс, а чё не бежим-то? Тим. Блин, у меня опять этот Саймон. Где нашли? Жмурик внизу, справа от коммуникационной комнаты, блядь. Это фиолет. Коробки, что ли? Не-не, правее связи. Что, Авдеич? А где ты находишься? Правее связи. Это там, где щиты? Я? Да. Ну, походу там еще. Да, я стояла в щитах, все меня видели. Я бы у связи, смотрите. Потому что я пришла чинить. Короче, справа внизу. Мы были в заперти, нам кто-то закрыл электронную комнату вот эту. Вот, и потом я вышел, побежал направо, и там же Бурик нашел. Ты на камерах был уже, разве нет? Вначале на камерах, да. А, ты убежал потом туда? Угу. А с кем ты был в заперти в связи? Там много, там человек 4 было. А кто? А что вы делали в комнате связи? Может, электричество сделать? Да, да, извини, перепутал. Электричестве, да, в электричестве были голубой, синий, желтый. Потом туда пришли фиолетовый и черный позже. То есть те вышли, зашли другие. Это вы про щиток говорите, где свечи? Да, смотрите, это убил не Ликс. Ликс был слева в коридоре, сейчас мы с ним чинили реактор. То есть это сейчас убил не Ликс. Я нашел прямо в коридоре электричество. За мной Асмодей опять следил. Бустер, подожди, ты труп в ёбнули. Не, нет, ёбнули справа внизу. Короче, снизу справа радио. Был я, снизу справа был я, снизу справа еще выполнил. Я думаю, что это не Кейк, потому что Кейк реально выполнял задание в начале центре, потом он ушел вниз справа. И я думаю, что это не может быть Кейк. Но Кейк, я если что, ты замьючен. Справа. А кто? Я согласен с магой. А кто это изначально, кому бист присосался, он с кем-то бегал? Это Авдеич. Я тоже думаю, что это Авдеич-то. Потому что она первый раунд не бегает со мной. Это значит, что она, скорее всего, предатель. Нет, я могу с тобой дальше бегать, и все меня видели в электрощитках. Я его видел на реакторе, но там ты стоял. Я пока скипаю. Чё мы делаем, скипаем? Пока скипаем. То есть меня справа вообще не было. Ну, подозреваем Авдеич. Я вообще никого не видел, только потом в конце Асмодея. А, кстати, он говорил, что будет за ним бегать. Так, подозреваем Авдеич и Джокера. Джокер постоянно мав, кстати говоря. Это Джокер или что? Все такие призадумались. Не, ну Джокеру вчера там, да, по-моему, или позавчера у него мафиозная карта прям шла. Блин, поскачиваю-ка я данные. Я их докачаю. Шла у него мафиозная карта. Это совершенно не значит, что сегодня будет идти. Я за сегодня дважды была мафом. Почему в DHS модель стояли и ждали? Что, кто-то вылезет сейчас отсюда? Что вы меня закрыли? Блин. Так, мага. Кейк. По левой стороне. А где его нашли? Где ее нашли? Так, секундочку, где сначала вопрос. Я только что видела со смодей. Вопрос. Ребята, вопрос. Джокер, где ты сейчас был? В медотсеке. Рассказываю, слушайте, рассказываю. Это послушайте меня. Смотрите, я выкидывал листья, там стояла Вуд на входе. Потом я пошел вниже, в навигационную, делать задание, и напротив меня выходил Авдеич, и сразу потом засигналил о трупе. Так, сейчас, секундочку, секундочку. Труп не в навигационной. Да, да. Джокер, а чего ты тогда не доложил о трупе? Каком трупе, Дина?
В каком трупе? Трупе черном? Ну, вот. Где труп находится? Труп находится рядом с проводами в кафетерии. То есть я побежала делать провода, навстречу мне выбегает Джокер. Там было непонятно, он выбегает из коридора или сверху от проводов. Где проводы находятся в кафетерии? Где кафетерий? Вверх, направо. Кафетерий — это место спавна. Мага, привет. Меня слышно? Меня слышно? Это столовая, Дин. Меня слышно? Да-да-да, говори, я смотри. Смотрите, мы были Авдеич, Вуд и кто там еще, Ликс. Авдеич с Вуд уходит влево, потом Авдеич возвращается из кафетерия вправо. Я астероиды стрелял в этот момент. Это вранье, Дима, Ликс подтвердит, что я была в навигационной, меня не было в кафетерии. Там провода сверху находится, а я побежал из медотсека. Я не знаю, я на зеленом мониторе, как мимо меня пробегал, но, по-моему, Авдеич уходила в кафе, я не уверен, 100%. Нет, я не уходила в кафе. Ликс только что на меня орал, что я была в навигационной. А в белом пальто это Джокер? Нет, белым это Ликс. В белом это Ликс. Нет, в пальто, именно в одежде, медхалат. Да, белым медхалат это я. Да, вопрос. А как ты могла найти труп сверху, когда двери открылись, я пробежал вниз, и ты побежала к щиткам? Разве нет? В смысле? Я вошла в кафетерий, и по левой стороне кафетерия пошла делать свои провода в левой его части. Навстречу мне выбежал... Джокер, пока скипаем, но подозрение на Джокера усиливается. Я потому что на зеленом фоне мог ошибиться. Я стрелял астероиды, я типа видел пробегающие, подумал, что это ты. Тина, побегать уверен. Я квестов немного остался. Окей. Блин, я думала, смотри. Ну, давай. Давай, я можно провода свои доделаю? Эй, Джокер, можно свои провода? Ладно. Налево пошел. А у меня, кстати, тоже Саймон. Тун-тун. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун. Я выполнила. Так. Где его убили? Итак! Его убили в реакторе, там, где задание Саймон Сэс, ну, где нужно кнопочки нажимать как, справа, это как слева. Смотрите, Асмодей, получается, был со мной. Асмодей, может, нет? Не, Асмодей был со мной, Авдеич была со мной. Ребята, суть в том, что мы с Джокером сбежали в эту комнату, он становится выполнять Саймона. Я захожу, тоже начинаю выполнять Саймона. Когда я выхожу из меню, выполнив задание, у меня кнопка «Репорт» в темноте горит. Вопрос, а... Мы с тобой стояли в Саймон Сэс 1 и выполняли на том месте. Дин, Джокер! Джокер, ты опять репортишь труп. Ребята, и что? Авдеич, очень странно, что ты обращаешь на это внимание. Джокер, скажи, пожалуйста, с какой попытки ты выполнил Саймона? С первой. Да? А почему тогда труп репорчу я, которая позже тебя начала выполнять Саймона, а не ты, который раньше закончил и вышел из меню? Да нет, это тоже такой Дин субъективный, он же мог дольше это просто делать. Типа с первой, но дольше. Да. Если с первой, то он делает с одинаковой скоростью. А, кейк. Мы прибежали на Саймон Сэс, я даже никого не видел. Мы больше там никого не было, потом вырубили свет. Можете нормальным языком выражаться? Что это за задание? Это в реакторе... Это в реакторе задание, где слева тебе пым-пым, и ты тоже справа делаешь пым-пым. Не знаю, у бустера что-то всю игру ты молчишь на самом деле. Хз. Ну... Ну, у как бы я начал, я тебе. Бардачик, я просто, во-первых, без стрима, а во-вторых, ты же. Микрофон только сейчас включил. Я видел тебя. Я стоял специально под камерой. Я видел пробегающего еще кого-то. Но все равно до этого свод. Там кто-то на камерах был. Ты меня видел, Мага. Кто стоял на камерах? Вы видели, кто еще забегал в реактор? Там вроде камера. Я не был на камерах, я изначально. Есть камера, есть камера. Смотри, как раз на коридор реактор. Нет, я говорю, я не был на камерах. Подождите, если 10 секунд, сейчас на камерах кто-то был, сейчас я был с Авдеичем, я был с Асмодеем, вы были с Диной, вы были с Джокером. Так ты меня в конце видел. Ты меня видел в конце, алло. Не, я тебя не видел. Ты меня видел, еблан, ты стоял, два, у кислорода ты стоял, я с тобой пробегал. Если я умру, пожалуйста, запомните, я алло. Думаю, что Асмодей. Так света не было, как я мог видеть? Так, я продолжаю я с Джокером. Я с тобой прям пробежал, алло. Авдеич, давай с Асмодеем. Блин, реально пахнет Асмодеем, если честно. Блин, а у меня тут ничего нет. Авдеич, Мага, Джокер. Что ты так подкрался с модой, а?
А зачем тебе туда? Идем сюда. Нужно еще вот это сделать. А где Джокер? Вот. Сюда. Мои провода. Это мой последний квест, да? Правильно? Да, это мой последний квест. Давай, куда тебе? Давай, давай. Слава с ним! Ну, короче, смотрите. Смотрите, смотрите. Это... Дина убили, я... она стала... Да. Дина убили. Я знаю, кто убил. Это бустер, это бустер, да, походу. Это бустер. Да. Почему? Почему? Потому что бустер, короче, просто начал убегать в противоположную сторону, реактор резко... Как неожиданно, да, что Джокер предатель Пог. У нас два наш Джокер... Она находилась со мной, она стала квест, а я побежал делать... Ребят, 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 при чем тут Дина, при чем тут Дина? Подождите, с кем Дина ходила? С Джокером! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! А смотри, с кем ты сейчас бегал? Я должен был бегать с Авдеич, я бегу в итоге вверх за ними, Авдеич убегает от меня вниз, я иду ее искать и не нахожу. Дина справа убили, потому что я был с Диной, она стала делать... Почему, сейчас столов не добила? Это, я думаю... Ну, я рассказала, Дину, что мне навстречу убегал Джокер, но видите, там было непонятно, он убегал из коридора, или он бежал от проводов... Мы проиграем, если сейчас не кикать. Почему? Ты говоришь, ты говоришь, что я выхожу, выбегаю слева, и говорят, что Дину справа убили. А, потому что Ликса на камерах убили. А челик не забежал. В смысле? Ну сейчас нужно голосовать в Джокера. Сейчас было Авдеич, когда ты... Сейчас нужно голосовать в Джокера. Авдеич. Не помню. Ребята. Ну, в смысле, вы же реактор. Джокер, кто сейчас Авдеич был? Ребята. Что? Я не был с Авдеич, не видел ее. Я должен был быть с Авдеич, но она от меня убежала еще раз. Вы не поняли, когда отбили... Подождите, хватит эфир забивать. У нас убивают Ликса на камерах. В итоге, типа, я так понимаю, как раз Ликса и зарепортил. Давайте вспомните, что я с ним бегала. Конечно, я про это и говорю, что я зарепортил Ликса. Там была Авдеич, и ты, блин, когда я подбегал. Чат, ну я очень рада за то, что у вас да, есть да, возможность пересматривать это в повторе, пересматривать камеры, клипы. Это замечательно. Да, смотри, тысяча. Ну, это великолепно. Блин, но фишка в том, что я не пересматриваю, когда играю. Я не пересматриваю, что сейчас произошло. Я не смотрю в чат. Именно поэтому я руководствуюсь исключительно тем, что я увидела в моменте, понимаете? Слева, бустер сделал кью на камеру и начал бежать. Надо маге не давать слово, потому что он занимает... Ну, это Джокер бустер получается, потому что бустер сейчас не зарепортил. Блин, чат, да что? Я не понимаю! Я не понимаю, почему... Что сейчас началось против меня? В смысле? Да? Так, ну давай, иди сюда. Давай, иди сюда, Дивинимус. Давай. Ребят, сейчас начнутся репрессии тогда, если опять вы по какой-то причине начинаете на меня гнать, в смысле, я сижу, я вас радую играми, радую контентом, а вы вместо того, чтобы веселиться вместе, не знаю, сохранять позитив, вы начинаете на меня гнать, вы охренели? Сейчас начнутся репрессии тогда, чат. Реактор? Я починил второй, кто починил? Я починил. Джокер починил. Джокер, ну ребят, у меня с МДС. Откуда вы тут такие пришли, а? Ты же меня проиграешь. Откуда вы тут такие умники пришли? Мы сейчас клипаем этот ход, а хотя... Не, я считаю, что это меня проиграет. Чуваки, смотрите, смотрите тактику. Вместо того, чтобы сидеть, быть довольными, наслаждаться, Дина бегает за Джокером, вы начинаете какую-то хрень. Ну, некоторые из вас, конечно, я не про всех, я про некоторых. Ребят, ну все, подожди, сейчас смотри. Мы сейчас бегаем четвером в упор. Так. Он не сможет определить, кого именно убить. Так, опа, спам с морками. Ну давайте, смотрите, ребят. Давайте сейчас я вам даю 15 секунд на спам с морками, после этого я открываю чат, и случайным образом улетят пятеро. Погнали. 5 секунд. У меня типа остается, я говорю, смущаюсь, что... Биз, Биз за мной не бегал. Биз, мы встретились в реакторе со Смодеем и Бизом. Ты сам об этом сказал, он за тобой просто хвостиком ходил. И он мертв. Я всю игру бегал, а Смодей... Так, 15 секунд прошли. Тоже ходила. Она мертва, ну что же, посмотрим, кому повезет. Она осталась выполнять задание, побежал к трактору. Ее убили. Датава.
я типа, блядь, первый. Это, честно говоря, какая-то вода. Я не понимаю, зачем ты тогда ее оставил, как мирный второй. Игрок. Если ты знаешь, ну, что ребят, смотрите, бусер мы убрали правильно, потому что бусер, если бы был второй трейдер, мы бы проиграли. Альберт Тим. Ну да, это правильно. Я то да, голосовал. Я ты просто не смотрел, кто не голосовал в него. Стоп. Я не голосовала в него, но это не я. Марф четвертый. Ага, интересно. А почему ты не голосовала? Джокер, ты голосовал? Я проголосовала в тебя. Я не успел. Опа, Андрейка, наш сап. Ну надо же, так получилось, да, Андрейка? Вот смотри, вчера ты сап и поддерживаешь стримера, а тут хоба и поддерживаешь бунт против стримера. Ну что же, вот так вот, Андрейка, так и получается. Да, пожалуйста, модераторы, уберите смарт, пожалуйста. Джокеры, магия, верю. Мага, ты прикалываешься? Я за тобой все время бегала. Скипайте. Она от меня убегала, когда должна была бежать со мной, а потом тебе пару трупов. И она говорит, вот так вот, Андрейка, да. Чего? Я с магой бегала, а не с тобой. Ты сумасшедшая. Ты говорила мне, что за мной будешь бегать? Нет, я маге говорила, что я с ним буду бегать. Я с ним все время и бегала. Так, где Джокер? Ну, на самом деле, такая неблагодарность обескураживает, если честно. Я делаю длинные сморки. Ой. Я делаю длинные стримы по Among Us. Стараюсь для вас, собираю ребят. Стараюсь подбирать интересные стаки. А вы вместо того, чтобы, ну, я не знаю, сказать спасибо, например. Сюда! А почему? По какой? Ребята, по какой причине вы не убрали Джокера? Почему ты говоришь, блядь, что он бегает за мной? Он, я за ним бегаю, я присосался к нему, и вы это говорите три раза, и такие, а похуй. Почему вы не убрали Джокера? Я же сказал, что вот мы бегали с ним вместе. У меня, понимаешь, у меня проблема, типа, я это слышу, но у меня потом Авдеич, которая говорит, что за мной не бегает, которая говорила, хотя, что за мной бегает. Потом она говорит, такая, типа, ну да, давай Джокера кинь. У меня, типа, возникает сомнение в том, что Джокер... Ну что, будете, ребят? Что она тут за меня... Ну давайте еще. Да-да-да, Тань. У меня наоборот, дорогая, ты говоришь, ты как только... Джокер бегает с пистом, пистом умирает. Джокер бегает с кином, и я ничего не слышу, если что. Что еще? А вы в итоге отказываетесь? Ребят, вопрос к вам. Да, всем спасибо. Да, чё. Ну, вообще не по Among Us. Есть какой-нибудь челик или девочка, которая смайлики рисует? Я. Реально? Да. Кто? Реально. Вуд. Вуд? Да. О, ты нормально рисуешь? Ну, можешь посмотреть. На троечку. У меня смайлики, во-первых. Во-вторых, я Ренат нарисовала аватарку Макоктору, он с нами тоже играл. А ты сможешь меня нарисовать с повязкой просто, типа, ебучку там сразу мимоса? Окей, без проблем. О, давай я тебе сейчас напишу. Списаться. Давай, давай. Куда тебе лучше написать? ВКонтакте пиши. Могу тебе сейчас ссылку кинуть сюда. Да, я уже нашел. А, почему нет, если мы не играем? Давай, кинь. Да. Кто-то один не зашел еще. Вы еще? Это не Ластецкая была в итоге еще? Не, давайте еще, Давайте сейчас Ластецкая. Так, ребят, я вышел, мне отойти. Нет, Диман! Стоять! Слава, я не могу тебе кинуть ссылку, потому что у тебя личка закрыта на Твиттере. Давайте, друзья, еще добавлю в Дискорде. Добавил. Принимай. Блин, я просто не знаю, смотри, такой говорит, блин, вот, типа, напомним, просто мы думали все время, я говорю, мы думали все время про Джокера, давайте Джокера, вы такие, да нет, давайте не будем. Добавил. Опять передумали. Да я рассчитывал, окей. Почему мы не пошли сразу реактор чинить, а потом как просто... Как ты не видел меня с Джокером? Кнопку? Я прям перед тобой показывал, что я прям с ним вот вверх-вниз бегаю, ты просто стояла в ХК. Ну что, чат, вы успокоились? Смодея. Кнопку ж нельзя я было Я сказал нажать. Потом об этом, что, типа, с Джокером ты что, типа... Я прям присосался к нему, я думал, ты видел у реактора. Ребят, ну все, кто сейчас пишет оскорбления, вы просто отлетаете сейчас. Ну какой смысл? Вы потом не сможете просто в чат писать, понимаете? Все посчитали, что это было не так. Потом Дина присосалась, она тоже умерла. Все посчитали, что это тоже не так. Потом уже, блядь, Авдеич меня топила, типа, это СМД. Я задумался, а может, реально Авдеич, которая от меня убежала? Вот и все, типа, я сам себя переиграл. Блин, все улики указывали на Джокера. Ну и потом, и финал, просто все бегаем за Асмодеем, и Асмодей остается Джокером, я так... Так, ну чё там? Так давай заводите, похуй. Джокер вел код, всё. Ну ладно, без лица сыграем. Всё, в девятером сейчас получается. Блин, слушай, мне сейчас ещё... Давай реально последнюю. Мне сейчас чат вынес весь мозг, они на меня начали гнать, что, типа, ты тупая, слепая, как ты могла не видеть, что он бежал именно от трупа, а не из коридора с медотсеком. Меня сейчас просто с землёй сравнял чат, я не понимаю, что с ним произошло. Просто я открываю чат, он весь в дерьме просто, весь в дерьме.
Дина, не ошибается, там нельзя смотри, было понять. В чем проблема, Дина? Меня, короче, убивает Джокер, и в это время он пересекается с тобой, и ты бежишь к трупу меня репортить. Вот в чем дело. Вы заводите, ребят, полетели еще одну. В смысле, в чем проблема, Таня? Стартуйте. Тебя убили сверху, Вута. Я, допустим, мог бежать. Джокер трейдер. Понимаешь, я бегу, и мне видно, что он выбегает откуда-то слева сверху. Это либо от проводов, либо из коридора медотсека. Из коридора, да, там есть такая возможность. А ты говоришь, в чем проблема, Тань? Нажмите, пожалуйста, старт. Нет, подожди, я хочу получить ответ. Он бежал сверху от моего трупа. Он пересекся с тобой, и ты бежишь как раз-таки к моему трупу. И... мы пересеклись на уровне коридора. Какой похуй, давай последний. Давайте, интернешнл, ластецка. Ну, Таня, для меня это выглядит так, как будто он бежит либо из коридора, либо от трупа. Да, пересеклись на уровне коридора. Собственно, это я вам и рассказала. Да, а потом ты еще заподозрил его в том, что он слишком долго выполнял задание с музыкой. Да я долбоёб тоже. Ну, я вам все эти улики рассказывала. Все, погнали. А в этом, в доте третьи кейсы с Battle Pass открыли, нет? Член. Блин, чат, вот скажите, зачем вы мне под конец дня, под конец стрима, охрененно длинного, между прочим, стрима, портите настроение? Какой в этом смысл? Какое-то убер неуважение. И тем более еще присоединяются... Что такое? К этому присоединяются еще люди, которые самостоятельно подписываются... Там... Что такое? Подписываются на мой канал, поддерживают. И тут они переобуваются, и начинается какая-то хрень собачья. Что происходит? Какого хрена? Если вам не нравится, как играю я, пожалуйста... Либо смотрите так, других господа, представителей стрим-комьюнити, либо идите играйте сами. Кто ущипнул, но у меня совершенно нет ни малейшего желания читать какие-то гадости в моем чате. Не, еще кто? Один из еще. Я. От наблюдателей. Это супер странно. Кто побежал изначально направо? Я. Кто побежал налево? Я около центра был. Мы с Джокером. Кто налево? Я ничего не понимаю. Мы вместе с Джокером пробежали, пошли налево мимо, мы не заходили в сетки. Не, кто вообще изначально, когда зареспился налево? Я направо побежал. А, налево нет. А где труп? У нас короче, не понимаю. Я направо до стрельбы, потом налево налево. Подожди, а где ты Авдеич нашел? Справа... Я, короче, я так и понял, что активировали реакторы, потому что справа где-то убили чела. Я побежал сразу направо. И я реактор побежал. Где ты был? Я только что приложил руку. Задай вопрос теперь, где ты был. А откуда ты пришел? Сверху, я через говорил, я Джокером был. А, ну кстати. Сверху через медблок. Да. А как раз, подожди, как раз оттуда справа сверху. Я оттуда один шел через верх, через один, кафе. Один, то есть я никто не видел. Да. И тебя никто не видел. Меня никто не видел. Ну, короче, вот ты с кем была. Так, во-первых, я сейчас пошла чинить реактор. Я единственная, кто нижний реактор починила. Вы это все видели. Верхний. И я ее видел. Да, я сейчас писала. Я тоже на нижний бежал, но вот уже. И что еще интересно, вам в мгновение ока становится наплевать на все победы, например, которые были получены командой, там за весь мой вклад, других партий, все. Вы это все перечеркиваете? И вы я просто видел, оборачиваетесь видел, против меня. Это очень странно. Смотрите, мне не хочется, мне правда не хочется, чтобы такие зрители были у меня в комьюнити. Ребята, если вы являетесь представителем вот как раз вот этих вот токсиков, которые начинают писать гадости, то, пожалуйста, покиньте, пожалуйста, чат. Ну, мы с вами не найдем общий язык, правда. Вы не видели, Джокер, это не сработает. Спасибо за донат, я сейчас не могу прочитать, потому что я партнер. Мне показалось. Я был снизу, я рядом с вами прибежал. Кейк, ты где был? Я стрелял по ракетам, по этим, по метеоритам. Ну, я не обожаю. Ну, Асма подозрительно, его никто не видел, он был как раз именно там, где я последний раз видел. А я была в управлении, я проводила карты очень много раз, у меня болезнь Димки, сейчас потом пошла наполнять канистру. Я приложил верхнюю руку. Так. Надо ее дозаполнить. Хорошо, что канистра хоть сохраняется. Боже, 4 задания в электричестве, серьезно? Блин, это точно не хочу делать. На камеру, да, нашли? Не, в электричестве прямо сейчас ёбнули. На камерах я был, там никого не было. Стоп, смотри, я за тобой сразу бежал, это была не я. Это не файскил.
Я видел люк закрывался, я не увидел свет. Подождите, кто на камерах стоял? Я стоял на камерах, я видел файвскилла, бустера, еще кого-то в... А кто стоял на камерах, я просто по глазам не отличал. Меня видел. И Вуд выбегал из реактора, это все, что я видел. Да, Вуд выбегал из реактора, она выполняла 1.25. Спасибо большое, Крендель. Спасибо большое, Крендель, за добрые слова. Кто-нибудь может когда горел свет, сказать, что видел... Ну, понимаешь, когда я вот и зарепортил, что камеры были включены. Ребята, я не думаю, что это верный ход тоже. Мне хочется как-то влиять. Это же происходит в твоем сообществе. Я когда видел, что Вуд выбежал, я побежал за ней. Вниз. Зачем ты за мной побежал? Секунду. Блин, может, у нас уже три комнаты игр в Among Us. В Дискорде в нашем заполнены, кстати, чат. А мы четвертую сделали. Фейскилл до сих пор. А ты определяешь, работали они фейскилл или нет? Дима, он был у нас. А где ты там смотрел фейскилл? Смотри, первый раунд. Файвскилл, он реакторы, да, горят? Мы бежим на реакторы, бустер бежит на реакторы, я бегу на реакторы. А у нас файвскилл понимает, что сделали килл, и бежит от реакторов искать килл. Логично, вдруг. Скажи это умно, это вы реально. Файвскилл, а что ты весь это транс? Не забивайся эфир, подождите. У меня просто, я не уверен, я совсем чуть-чуть видел, знаете, краем взгляда, но я, возможно, видел либо зеленый, либо голубой цвет, поэтому я спросил у Кейка. То есть, либо, возможно, ну, я могу ошибаться, это вообще непроверенный фан, но, возможно, это либо зеленый, либо голубой. Ну, Кейк на камере. Этот раунд я прослакал. Где Вуд была? Где Вуд с тобой? Нет, подожди, Кейк говорит, что он с Вуд. Откуда бежали? Откуда? Нет, смотрите, в чем дело, я пошла опять в медицинку, чтобы... Через реактор, ну, я очень рада, что вам было видно, и вы заметили. Суть в том, что я этого не видела, понимаешь? Я в своей игре этого не увидела. С Кейком мы в самом начале пересеклись, больше я его не видела. Почему мы продолжаем это обсуждать? Почему вы до сих пор это пишете? Блять, я вам который день уже подряд выдаю какое количество часов интересных игр. Но вы, я не знаю... Вы продолжаете, вы придираетесь, если что-то вдруг сделано не так, начинается какой-то ад. С какой стати? Какие-то звери. Ну, те, кто вот этим занимается, это какие-то звери. Еще раз попрошу, пожалуйста, покиньте чат прямо сейчас. Те, кто является частью вот этих вот ребят. Это бустер, я только что увидел, как он убил человека. Я увидел, смотри, где? Мы с Бестом забежали на административку, он отправлял файл. Кто на камерах был? Бустер, Асмодей, по-моему, и я. Но я выбежал из них в последний момент. Но мы втроем там стояли. Только что убили Асмодея. Ребята. Смотрите, ребята, были... хочу вот что сказать. Нет, давай я ты скажу. Исчез, Джокер, я думаю, что это нашел. Саморепорт. Я думаю, что это саморепорт. Потому что мы... Нет, получается, я, Бустер и Кейк побежали чинить реактор. Видел это Асмодей, да? Он за нами следил. Вы втроем были, да? Да, да, да. Да. Я пришла последняя. Верхний чинил Бустер, нижний, получается, чинил Кейк. То есть верхний чинил в любом случае Смотрите, Бустер. Смотрите, килл был, когда Джокер съебался от меня. Джокер, я тебя не видел. Ты съебался Бустер, от меня. Бустер, ты можешь что-то сказать? Мне кажется, он АФК. Ребят, мне кажется, он АФК. Возможно, бустер, это тут... бустером замьючен. Да, бустер это АФК, значит это Джокер. Джокер сам репортит. Короче, смотри, Дима, ты делал файлы, я тебя мог убить 100 000 раз. Ты побежал на карточку, я доделываю, тебя там нету. Можно я это говорю? Просто кидал смайл в чат, значит ты бунтовал, ты значит кидал сморков. Я же предупредила, дала вам 15 секунд, чтобы этого не делать. И я вижу, что камеры горят, и в камеры просто ты пашется человек, а там предупрежден. И я сразу побежал просто, потому что знаю, что там кого-то убьют. Короче, спасибо, Ксенон. Да, ребят, я прекрасно понимаю, что подавляющее большинство из замечательных ребятушек, но просто находится там, я не знаю... Допустим, 30 человек, которые начинают очень делать гадости. Сказать, что Вуд и Бустер всю игру я не очень быстро занимаю с собой эфир в чате. Смотри, просто если бы там остальное большинство писали в этот момент вещи там релевантные, какие-то нормальные, то это было незаметно. Но они все просто как-то смотрят. Потому что он обвинял Бустера, который АФК. Бустер был АФК еще на первой ручке. Он просканировал руку и стал АФК. Я тебя мог убить. Сейчас его тоже нет. Зачем ты исчез, Джокер? Нет, я не верю тебе. Ты я съебался. Специально бегал. Уберите бустера, пожалуйста. И съебался, и сразу килл. Бустер АФК, бустер АФК. Причем бустер, скажи, пожалуйста. Бустер, он у меня на глазах. Красный, и второй АФК. Красный. И красный, бустер, красный, второй трейдер. Красный, второй трейдер. Я думаю, что бустер не АФК, он просто мучит. Ты опять трейдер, бля, что ты мне наебываешь? Он стоял на руке, и сейчас он АФК.
А вы правы. Джокера в итоге кикнули. В итоге Джокера Алена, кикнули. А, блядь, выиграть. Ну, ГГ. Ебать, грязная игра, бля! Грязная. Я же сказал кики бусти. Ты Джокер говоришь, что при нем убили? Фу, ты пиздец, я не верю. Мне позвонили. Внимание обращать на самом деле. Я, ну типа, я прям при Джокере ёбнул, мне позвонили, я думаю, ну все, похуй, типа, ну он сейчас меня, типа, ну, напиздит меня и все, меня кикнут. Я такой, ну все, начинаю пиздить к телефону и смотрю, реально Джокера выгоняют, блядь. Фу, ты пиздец, третий трейтер, спасибо. Блять, ты от меня убежал, когда ты должен был. Да не, ну это же супер логично, что там стоит еще кейк, и кейк ничего не видит. Не, ну я отчаянно не видел. Кейка не было, кейка не было там. Ой, блять, чуть не упал. Нет, кейк ушел в тот момент. Кейк в тот момент ушел. Я причем, я ни разу не соврал, и это могло. Я такой говорю, я видел только Асмодея бустера, типа, и такой, смотрю, Асмодей мертвый, такой думаю, ой. А она потом нормально, вот помогла немного, и все. А я, спасибо, ребят, за игру. Вы все, да, да, спасибо, да, я тоже буду звонить. Окей, да, ребят, давайте, ББ. Спасибо большое. Да, спасибо всем большое. Классно поиграли. Давайте, ребят. Слава, под конец, под занавес. Я не знаю, аппетит, чтобы разыгрался у тебя. Не знаю, может собрать просто, не знаю. Да можно собрать. Ну, можно собрать, да. Так, я пойду, спасибо всем большое, счастливо, пока. Вот, я тебе напишу, какие смайлики нужны. Да, окей, без проблем, да. Так. Ну что, я сейчас буду закругляться.